Мы все с вами знаем, что 8 сентября, я думаю, мы и участвовали в этом большинство, у нас в Иркутской области прошел единый день голосования. И в областном центре мы выбирали городских парламентариев. И вот сегодня начинается уже сейчас заседание первое. Депутаты подведут итоги дня голосования, получат удостоверение и, самое главное, выберут своего спикера. Мы все это увидим в прямом эфире, а я сейчас с большим удовольствием представлю моего сегодняшнего собеседника. Это политолог Владимир Буханцов. Владимир Викторович, я приветствую вас в нашей студии. Спасибо, спасибо. Да, Владимир Викторович поможет мне и нашим телезрителям разобраться в политических хитросплетениях. Хотя они очень хитрые. И тем не менее мы попытаемся. Мы попытаемся. Да. Владимир Викторович, я еще скажу вам и нашим телезрителям, что прямую трансляцию мы будем вести и из зала заседания. Там работает наш корреспондент Ирина Белогривая, вот она сейчас, мы ее можем видеть. Она будет нашими ушами, глазами, все нам расскажет, все покажет, а мы уже это все прокомментируем очень вместе здорово. С вами. Да. Очень здорово. Так, мы, наверное, можем начинать, да? Да, вот мне сейчас режиссер подсказывает, что мы можем как раз-таки передать слово нашему корреспонденту, она сейчас расскажет. Ирина, добрый день, что сейчас происходит, началось ли заседание? Здравствуйте, Яна. Да, я вас слышу. Мы находимся в здании администрации города Иркутска, и действительно за этими дверями уже началось первое заседание вновь избранной городской думы 7-го созыва. Я напоминаю, что на повестке дня несколько вопросов, один из них — это утверждение результатов состоявшихся выборов и вручение мандатов избранным депутатам. Ну а после выберут председателя городской думы Иркутска. Давайте посмотрим, как сейчас это происходит. Итогов и результатов выборов. Избирательная кампания характеризовалась некоторыми новеллами, которые у нас никогда ранее не использовались в избирательных кампаниях на территории города Иркутска и именно в избирательных кампаниях местного уровня. То есть у нас было использовано впервые видеонаблюдение на 35 избирательных участках, была применена технология. Также у нас было увеличено число комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые использовались у нас на выборах. То есть обычно их было 97, сейчас у нас использовалось 135 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, у нас достаточно много было таких моментов, которые действительно вот не часто встречаются у нас в кампаниях. Это был момент, когда у нас кандидаты набрали одинаковое число голосов, это по 17 округу. Как вы знаете, там судьбу депутатского мандата определял жребий. Кроме того, у нас впервые по новой системе проводилось досрочное голосование. То есть досрочное голосование все 10 дней проводилось у нас в помещении избирательной комиссии города Иркутска. И, собственно, всего проголосовало досрочно у нас 680 человек. Ну, нормальный такой достаточно показатель для такого уровня избирательной кампании. Всего же у нас явка составила 26,19% от общего числа избирателей, проживающих на территории города Иркутска. В абсолютном значении это было 119 672 человека. Пришло на выборы депутатов Думы города Иркутска. Вот такие основные общие цифры я вам назвал. Вкратце думаю, что вы сами лучше всех присутствующих знаете, как проходила избирательная кампания. Поэтому, наверное, перейдем к вручению удостоверений и одновременно буду оглашать, собственно, результаты выборов и итоги голосования. Результаты выборов у нас были подведены городской избирательной комиссией, опубликованы в газете «Иркутск официальный». И в соответствии с результатами выборов по одномандатному избирательному округу номер один избранным признана Кузнецова Светлана Павловна. По одномандатному избирательному округу номер 2 Матвейчук Виталий Николаевич. Так.
без цветов, да. По одномандатному избирательному округу номер 3 Ващук Дмитрий Владимирович. По одномандатному избирательному округу номер 4 Савченко Евгений Владимирович. По одномандатному избирательному округу номер 5 Усов Леонид Дмитриевич. По одномандатному избирательному округу номер 6 Красноштанов Дмитрий Алексеевич. По одномандатному избирательному округу номер 7 Савельев Алексей Вячеславович. По избирательному округу номер 8 Золотухин Сергей Александрович. По одномандатному избирательному округу номер 9 Матвейчук Николай Петрович. По одномандатному избирательному округу номер 10 Ружников Дмитрий Олегович. По одномандатному избирательному округу номер 1 Стрельцов Андрей Сергеевич. Заседание Думы, вы видите, идет в плановом режиме. Мы ждем сейчас рассмотрения следующих вопросов. Сейчас вручают как раз мандаты избранным депутатам. Ну, а я передаю слово студии. Яна, слышите меня? Ирина, да, все хорошо. Спасибо, что показали начало заседания. А я скажу, что в рядах моих собеседников за это время прибыло. К нам присоединился депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов. Антон Васильевич, здравствуйте. И здравствуйте, здравствуйте, да, здравствуйте. Мы уже с Владимиром Викторовичем начали немного обсуждать, и сейчас я предлагаю вам такую форму свободную нашего разговора, то есть если я кому-то задаю вопрос, это не значит, что кто-то не может подключиться и не начать тоже подключаться к этому разговору. Итак, а вы знаете, вот сейчас как раз, когда начали подводить итоги выборов, вот как вы вообще, и вы, Антон Васильевич, как оцениваете явку? Она все-таки низкая, либо это вот в рамках? Во-первых, явка была немножко выше, чем в 2014 году. Помните, но я думаю, что это не говорит об активности избирателя, это говорит об активности кандидата, которые очень старались подвести своих сторонников на избирательные участки, ну и это им удалось. То есть в основном это за счет такого подвоза, то есть не совсем законного способа голосования Владимир произошло. А вот сейчас многие говорят о том, что можно, например, перенести день выборов, и что вот эта пресловутая картошка, это не она все-таки? Вот секундочку, я сначала прокомментирую, да, про Антона Васильевича, да, вот, я вынужден с ним согласиться, вот, я буквально сейчас, перед тем, как прийти сюда в студию, читал о том, что Центральная избирательная комиссия России в лице Памфиловой выступила с инициативой, в которой учли, кстати, замечания, которые мы писали, наша партия, туда. И в том числе она выступила против досрочного голосования и против каких-то других форм, такого непонятного, но очень на самом деле интересного для способа, многих, да, людей с деньгами, да, способа. Поэтому я с Антоном Васильевичем абсолютно Больше согласен. Того, я в законодательном собрании предлагал проект полной ликвидации досрочки уже на этих выборах. Да, Антон Васильевич, можно я вас немножко перебью? У нас сейчас на прямой связи появится мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Здорово. А сейчас мы с вами послушаем мэра в прямом эфире и вернемся вот как раз к этой беседе. Рядом со мной стоит мэр города Иркутска Дмитрий Викторович. Дмитрий Викторович, ну у меня самый главный, наверное, вопрос. Почему все-таки решили остаться на посту мэра? Действительно, я принял такое решение, потому что, когда избирался в депутаты, действовало законодательство, которое позволяло выбирать главу города через депутатский корпус. Вы знаете все, что буквально недавно это законодательство изменилось, поэтому на сегодня система выборов мэра будет осуществляться совсем другим способом.
Ну и кроме того, конечно же, те проекты, которые мы начали реализовывать в Иркутске, которые реализовывали и планируем дальше отрабатывать, требуют того, чтобы я сегодня продолжил работу на посту мэра. У меня еще один вопрос. Вы избирались по 16-му округу в Иркутске. Жители, наверное, переживают, что остались без депутата. Что сейчас там будет? Ну, знаете, округ действительно тот такой, которому мы уделяли на тот момент времени повышенное внимание. И сегодня там огромное количество наказов, которое собрано со стороны жителей, прорабатывается. Мы, безусловно, все наказы будем выполнять. Я как глава города буду уделять этому округу внимание, так сказать, повышенная именно потому, что он остался, так сказать, без депутата. Ну а осенью будут проведены довыборы, и округ получит своего депутата. Но я хотел бы успокоить всех жителей. Я действительно стараюсь и каждому округу уделять свое внимание как глава города, и 16 округ, не исключение, не останется без внимания, это уж точно. Спасибо. И последний вопрос у меня. Чего вы ждете от нового созыва Думы? Как будете выстраивать с ними отношения? В первую очередь конструктивные работы, работы, направленные на развитие города, на благо избирателей. Спасибо большое. Я напоминаю, что с нами в прямую трансляцию выходил глава города, мэр Дмитрий Бердников. Да, Ирина, спасибо. Ну а мы продолжаем разговор в нашей студии. Уважаемые коллеги, ну вот мы сейчас услышали мэра. А вот у меня такой, наверное, предупреждающий, что ли, вопрос. А что будет в марте? Я думаю, вы меня понимаете, вот ваши оценки. Конечно, я вас прекрасно понимаю. Ну, во-первых, из слов, сказанных Дмитрием Викторовичем, следует, что сейчас действует другое законодательство, другой порядок избрания, наделения главы муниципального образования полномочиями. А именно, по из числа кандидатов, выдвинутых конкурсной комиссией. Не совсем верно говорят, что это будет сити-менеджером, это будет полноценный мэр со всеми полномочиями, я бы даже сказал, супермэр. Потому что мы его сможем так называть. Да, супермэр. Почему? Потому что он, с одной стороны, глава муниципального образования, с другой стороны, он глава исполнительной власти, то есть он глава администрации. Но я вынужден тут поправить Дмитрия Викторовича, закон еще не вступил в силу. Он же вступает завтра, правильно? Да, да? Совершенно верно. И сегодня Дума имеет полную возможность избрать своего мэра из Серьезно? Своего состава. То есть вот если кто-то поднимет руку, да? И предложит это? Да. А да? Как это? Это будет законно? Конечно. Ну, закон действует на сегодняшний день. Я вообще считаю, что... Что тогда будет, если теоретически представить сегодняшним мэром? Ну, он прекратит свои полномочия. То есть, вот так будет. То есть, это вполне реальный сценарий. Конечно, если есть среди депутатов люди отчаянные, которые готовы, в общем-то, выдвинуть свою кандидатуру и получить 23-24 голоса. Почему так? Потому что закон еще в силу не вступил. Он вступает в силу 28 числа, завтра. Дума полномочно в полном составе собралась. Она может конституироваться, то есть избрать председателя, избрать членов комитетов, избрать председателей комиссий, соответствующим образом все должности, которые прописаны. После этого объявить перерыв, назначить новое заседание и вперед новый мэр. Значит, я еще закончу эту мысль. Дело в чем? Дело в том, что легитимность действующего мэра завтрашнего дня, она будет спорной. Почему? Потому что действующее законодательство, действительно, Иркутское областное и целый ряд других документов, где 3 или 4 раза сказано, что мэр избирается на 5 лет. Я считаю, и я согласен со многими авторитетными юристами, что полномочия мэра заканчиваются с полномочиями Думы, поскольку он избирался из состава депутатов. То есть это правильнее, да, наверное? Ну, конечно. Ну, вот посудите сами, простой, не юридический, как бы, подход к делу. Предположим, Дума, которая отработала, ну, избрана на 5 лет, и мэр из ее состава, из состава депутатов, кто-то из депутатов за год до окончания полномочий Думы слагает свои полномочия. То есть, ну, уходит, слагает мандат депутатский, там проводятся новые выборы. Мэр действующий идет на выборы, становится депутатом, отказывается от мандата и за полгода до выборов снова избирается мэром. Значит, фактически это означает, что это будет вечный мэр, который избирается из состава депутатов, да, его переизбрать просто невозможно. Вот для того, чтобы этого не допустить, я считаю, что легислатура мэра, да, она полностью привязана к легислатуре Думы. Тогда, то есть в действующем законодательстве в Иркутском должно было быть прописано, что да, он срок полномочий 5 лет, но не более срока полномочий Думы. Да, и в таком случае все было бы решено, тогда все стыковки были бы осуществлены.
Но должен сказать следующее, ну, чтобы там не пугать избирателей наших или зрителей, что если завтра закон вступит в силу и сегодня никакого мэра не изберут, то действующий мэр Дмитрий Викторович будет исполнять свои обязанности до 24 или 27 марта. Угу. Владимир Васильевич, ой, простите, Владимир Викторович, а какие у вас сегодня вот на это заседание Думы оценки? Как все будет происходить? Вот, будут ли неожиданности? Что касается юридической стороны вопроса, понимаете, есть такие понятия в юриспруденции, как толкование права, пробелы в праве. Поэтому говорить однозначно, да, вот как уважаемый Антон Васильевич, я не могу. Потому что есть очень много законодательных актов разного уровня, которые эту коллизию решить не могут. Я исхожу из того, что выбрали мэра, выбрали до марта 2020 года, и мэр, естественно, должен выполнять свои обязанности. Владимир Викторович, теперь я вас перебью. Мне режиссер подсказывает, что в зале начали предлагать кандидатуры на пост председателя. Давайте послушаем. Предлагаю председательствующим оставить Мельникова Андрея Александровича. Спасибо. Андрей Николаевич, пожалуйста, Лобыгин. Поддерживаю предложение коллеги Квасова оставить председательствующим председателя избирательной комиссии, дабы не нарушать сложившиеся традиции, а также регламентом. Коллеги, больше записавшихся на выступление у нас нет. Ага, Куренев Юрий Диаминович, пожалуйста. Я хотел бы уточнить, учитывая, что вы председательствующий, вообще согласно регламенту, комментарии по предложениям депутатов председательствующий не может допускать. Вот вы председательствующий каждый... абсолютно такие же права, как у председателя. Да, но комментарии предложений председательствующий не может делать, потому что было поступлено, было сделано предложение, и вы должны просто это предложение принять, значит, выслушать другие предложения и в порядке очередности поставить на голосование. А вот комментарии «плохо, это хорошо», значит, «можно, нельзя», это, мне кажется, уже не ваша компетенция. Юрий Диаминович, поэтому я обязанность... бы просил вот именно соблюдать регламент и в порядке поступления предложений проголосовать. Спасибо. Мы, безусловно, их проголосуем, но обязанность председательствующего в соответствии с регламентом – это следить за соблюдением регламента. Поэтому комментарии... В плане «хорошо» или «плохо», я с вами согласен, председательствующий не имеет права допускать. А вот комментарий по поводу «можно», «соответствует регламенту» или «нельзя» – это прямая обязанность председательствующего. Но, тем не менее, ставим на голосование. Если еще желающих выступить нет, тогда в порядке поступления предложений. Савченко Евгений Владимирович, пожалуйста. Не предложение, сначала объяснить, как голосовать. Безусловно. А потом ставить на голосование. Евгений Владимирович, безусловно. Использовать систему. Да. Естественно, перед первым. Больше желающих выступить нет. Итак, как голосуем? Ну, опытным депутатам объяснять не надо. Для тех, кто избрался первый раз, у вас на пульте ряд кнопок под цифрами. Это 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, когда ставится вопрос на голосование в формулировке, допустим, кто за данное предложение, у вас и включается режим голосования, я попрошу техническую нашу службу режим голосования не 6 секунд, как обычно, а поставить побольше, 10 секунд. У вас загорится на пульте под кнопками 2, 3, 4. Соответствующий над кнопками, соответствующие надписи. Кнопка номер 2 соответствует решению «за», но там будет подписано у вас. Кнопка номер 3 «против», кнопка номер 4 «воздержался». Соответственно, за то предложение, которое вы поддерживаете, за то вы должны нажать ту соответствующую кнопку, которая у вас горит на пульте. Еще раз повторяю, кнопки у вас подписаны, поэтому... Посмотрите, время будет достаточно для голосования. И, соответственно, каждый соответственно своему выбору, пожалуйста, сделайте свой выбор, проголосуйте. Не, вопросы по голосованию, по использованию пульта есть у депутатов, особенно вновь избранных, впервые избранных? Нет, тогда в порядке поступления предложений.
Первое предложение было у нас Алексея Вячеславовича Савельева за то, чтобы дальнейшее голосование проводить руками. Итак, кто за данное предложение, прошу голосовать. Голосуем. Решение принято. Дальнейшее голосование проводится с помощью рук. Ну, коллеги, да, повнимательнее, пожалуйста. Три человека, вот кто не голосовал. Времени было достаточно. Пожалуйста, повнимательнее, коллеги. Так, дальнейшее голосование у нас проводится с помощью рук. Соответственно, аппарат Думы, прошу обеспечить подсчет голосования. Да, и держим руки до команды. От кого команду ждем? От Натальи Николаевны Карповой. Так, тогда следующее предложение было, кто за то, чтобы дальнейшим председательствующим... Так, еще раз, Алексей Вячеславович, как у вас было? Кто за то, чтобы избрать иного председательствующего? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался еще? Подождите. Так. Наталья Николаевна, огласите результат окончательный. За 11. Ну, почему повторить? Подсчет. Коллеги, как у вас? Да. Коллеги, Наталья Николаевна, почему результаты поменялись? Остальные не голосовали, то есть кто за, кто против, остальные не голосовали. Изначально было 11 за, 14 против, воздержавшихся сколько было? Один воздержался, остальные не голосовали. Сейчас, подождите. Да, сейчас повторю. Коллеги, давайте, поскольку вот поступает... Юрий Демидович, пожалуйста. Поведению, учитывая, что действительно у нас эта практика не отработана, предлагаю еще раз проголосовать, поднимать руки выше, чтобы можно было прочитать. И Наталья Николаевна, если у вас есть представители на каждом ряду, то тогда, пожалуйста, пусть они вам дают сперва данные, а потом вы уже оглашаете, а то вы начали оглашать, не получив полностью информацию. Пожалуйста, еще раз прошу проголосовать. Александр Александрович, пожалуйста, ваше предложение. У меня тоже поведение, да, вот к аппарату просьба. Вы прямо пофамильно записываете, кто как голосует, чтобы мы прямо пофамильно понимали потом, кто за, кто против, чтобы после каждого голосования вот эти списки у вас в протоколе были отфиксированы. По каждому голосованию, пожалуйста. То есть не нужно, вот чтобы там... Коллеги, да, лучше... Прошу, значит, вот мое предложение тоже вот... либо одобрить там, да, чтобы пофамильно велся у нас протокол, раз у нас голосование открыто. Евгений Владимирович Савченко, пожалуйста.
Савченко, включите микрофон. Я все-таки предлагаю, исходя из того, что мы, наверное, не совсем готовы правильно посчитать, чтобы не было коллизии, переголосовать вопрос и все-таки перейти на КСА, чтобы подсчет голосов велся через электронную систему оборота. Это видно, кто как проголосовал, кто успел проголосовать. Это будет четко и понятно. Предлагаю выйти этот вопрос на голосование повторно. Подождите. Антонина Михайловна, пожалуйста. Я тоже считаю, что необходимо еще раз подумать, что через КСА это, во-первых, быстрее, во-вторых, точно никаких ошибок нет, никто не просчитается. Юрий Диамидович. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что уже было проголосовано решение о том, что мы голосуем руками, к нему мы не можем вернуться. Мы можем только изменить действительно результаты ввиду технической ошибки счетчиков, которые у нас проводили подсчет голосов. Поэтому именно давайте не будем возвращаться еще к началу заседания, то нам тогда еще кто-нибудь предложит, давайте снова будем вручать значки. Ну, это будет уже, наверное, тогда затянется надолго. Самое главное, что нам ничего не принесет. Было уже проголосовано, решение принято. Поэтому я прошу, Андрей Александрович, я прошу вас просто вот технически еще, из-за того, что техническая ошибка, это регламент допускает переголосование. Допускает, спасибо. Действительно, мы сейчас посоветовались с аппаратом, поэтому... Но, тем не менее, у нас были предложения, то есть новые предложения Евгения Владимировича и Антонины Михайловны и Александра Александровича Квасова. Ну, в порядке поступления их, да, то есть сейчас будем в том порядке, в каком они были. То есть первым было предложение Квасова Александра Александровича. Второе. Ну, хорошо. Да, прошу прощения. Правильно. Евгений Владимирович, вы предлагаете вернуться к голосованию с помощью системы КСА. Юрий Демьянович, пожалуйста. Андрей Александрович, когда идет заседание Думы, мы не можем возвращаться к переголосованию, если не было обнаружено технической ошибки. Значит, решение принято, мы, значит, голосуем только руками. Другое дело, что мы можем уточнять. Значит, первое я сделал предложение я, а не Александр Александрович, в отношении того, чтобы переголосовать. Александр Александрович уточнил, что необходимо при голосовании еще записывать фамилии. Вот это мы можем, да, действительно уточнить. Но первое, мы должны принять, ну, сейчас проголосовать за то, чтобы еще, точнее, мы сейчас должны проголосовать за еще переголосование, раз за переголосование. Да. Все, в этом порядке. Поэтому ставим, вот я прошу первое... вас. А вот к первый... предложению, еще извините, пожалуйста, да. А предложению, допустим, Евгения Владимировича мы не можем вернуться, потому что решение уже принято. Спасибо. Ну, мы, собственно, хотели прокомментировать это, поэтому... Давайте по порядку тогда поступление предложений. Действительно, Коренев Юрий Диамидович предложил последний вопрос... переголосовать в связи с тем, что у нас при подсчете голосов были допущены неточности. Другой вопрос, Юрий Демьянович. У нас в регламенте сказано просто, что проводится повторное голосование при допущении технических ошибок. Поэтому, я думаю, ставить ваше предложение отдельно на голосование смысла нет. Возражающие есть против этого? Кто за то, чтобы последний вопрос... Возражение? Тогда... Сейчас... Естественно, Алексей Анатольевич. Поэтому по последнему вопросу о том, чтобы избрать нового председательствующего, прошу голосовать путем поднятия руки. Кто за то, чтобы избрать нового председательствующего? Держим руки, пожалуйста. Держим руки еще. Подсчет окончен? Посчитали или нет? Давайте я вслух. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
16 за. Юрий Диамидович, поведение, пожалуйста. Александр Андреевич, вот при всем уважении к Ларисе Валентиновне, определите ее статус. Кто она сейчас у нас на заседании Думы? Наемный работник или кто у нас она? Кого представляет? Давайте чьи интересы? Юрий, пожалуйста, я прошу вас соблюдать все же регламент. На заседании Думы могут участвовать Дума, депутаты, председательствующие на первом заседании, если он не депутат. Ну и других не допускается. Юрий Демидович, следите, пожалуйста, за порядком. Считает аппарат Думы. Поэтому, Наталья Николаевна, сходится у вас количество за? Сколько еще раз? 16. 16. Давайте дальнейший подсчет вслух, пожалуйста. Вот как Лариса Валентиновна делает. Кто против? Кто воздержался? Один. Все, 34. Предложение не прошло. Александр Александрович, пожалуйста. Я вот по ведению хочу еще сделать предложение. Лариса Валентиновна, ну вот с глубоким уважением, у нас есть аппарат Думы, да, и только он по регламенту имеет право как-то руководить процессами, да, особенно подсчета голосов. Вот из-за вас потом просто могут отменить итоги голосования и все. Давайте вот аппарат Думы мы все-таки, ну, более четче работать. Максим Юрьевич, в свои руки, пожалуйста, возьмите подсчет голосов. Ну, собственно, спасибо, да. Александр Александрович, для этого я попросил аппарат Думы подтвердить, сошлось, не сошлось. Поэтому, да, ну, вы правы абсолютно. При ручном подсчете голосов подсчет осуществляется аппаратом Думы. Коллеги, еще предложение до утверждения повестки. Евгений Владимирович? У нас длинная повестка все-таки. Есть возможность переголосовать на электронную систему голосования или нет? Вопрос. Потому что у нас повестка там очень расширенная, и мы будем голосовать за комиссии, и за замов комиссии. Это будет очень долго, если мы будем каждый раз там считать голоса и спорить по этой ситуации. Ну, Евгений Владимирович, конечно... Есть возможность или нет? Давайте определимся. Сейчас, секунду. Потому что это быстрее будет в 5 раз, в 6. Андрей Николаевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я на самом деле поддерживаю коллегу Савченко. То есть тот, кто, может быть, из вновь прибывших депутатов, ну, может быть, представляли себе, что это будет быстро, то сейчас видите, как это будет все происходить. Поэтому я поддерживаю Савченко о том, чтобы поставить вопрос сейчас, перейти к голосованию при помощи КСА. На самом деле это будет быстрее. Я думаю, все разобрались, и разница от того, будет поднята рука, и на это тратится время, либо будет нажата кнопка, эта разница небольшой нет. Поэтому предлагаю переголосовать порядок голосования. Поддерживаете Евгения Владимировича, да? Сан Саныч, вы отказались, да? Юрий Диамидович, пожалуйста. Андрей Николаевич, я думаю, что вы как профессиональный политик прекрасно понимаете, что когда принимается решение путем голосования на заседание Думы, оно может быть отменено только по какой-либо причине. Причина, в частности, переголосования может быть техническая ошибка. Да, мы переголосовали. Какие еще могут быть причины переголосования? Тогда получается, по вашему представлению, значит, каждое сейчас решение, мы будем, которое голосовать по системе электронного голосования, мы также можем обсуждать, а давайте проголосуем теперь вручную. Это невозможно в принципе, потому что если решение принято, то мы уже можем идти только вперед, назад мы не можем возвращаться. Или тогда давайте обратно вернемся к тому, что, еще раз подчеркиваю, давайте, Андрей Александрович, пожалуйста, снова начните с того, что вы нам объявите результаты выборов и вручите еще раз значки. Юрий Геннадьевич, мы просто выслушиваем предложение ваших коллег. Что предложение мы можем выслушивать, а вот голосовать не можем, к сожалению, потому что решение принято. Когда мы первый раз голосовали, можно было обсуждать и принимать решение. В настоящий момент уже мы можем идти только вперед. И Андрей Николаевич об этом знает прекрасно. Хорошо, спасибо. Так, Андрей Николаевич, вы...
на самом деле. Ну что ж, мы на время вернемся в студию. Посмотрели мы, как депутаты ссорятся и не могут пока не прийти ни к какому консенсусу. Их учат голосовать руками. Ну, уважаемые коллеги, вот мы посмотрели. Владимир Викторович, хочу спросить у вас. Ну, действительно, принципиальная разница? Вот либо руками, либо вот с помощью электронного голосования. Конечно. Разница принципиальная. Ну, то есть они по-другому будут голосовать тогда? Разница принципиальная в том случае, если результаты электронного голосования остаются для нас тайными. Понимаете, когда вам задают вопрос, вопрос на самом деле, который требует нормального человеческого ответа. Ну, например, выбирать мэра прямым голосованием или там где-то вот там под ковром. Или вот, состава депутатов, да? Никто же никто не станет голосовать. Я против того, чтобы иркутяне голосовали за мэра. Когда тайное голосование, ты можешь сказать, я вообще-то за голосование прямое, да, вот, все должны быть, а потом раз, потихонечку. Ну, то есть, по принципу, что никто не проверит, да? Конечно, конечно, в чем и дело. Вот. Ну, ситуация... А тогда электронное голосование, ну, имеет смысла. Угу. Антон Васильевич, ага. Ну вы же вот предлагали, да, на сессии, да. Как раз когда выбирали... И поименное голосование. Да. Но никто вас не поддержал, ну, несколько человек. 7 человек. Ситуация такая, у нас всегда вот программно-аппаратный комплекс, который позволяет голосовать электронно, публиковал список голосовавших. То есть, дело в том, что я сам, вот когда я голосую, на кнопку нажимаю, да я не могу проверить, как я голосовал. Даже вы. То да, есть вы никто, просто нажали на кнопку? Никто не может. Вам там пишется, ваш голос принят. То есть это позволяет... А какой он? Да, какой он, неизвестно. Это позволяет руководителю аппарата или как бы, самому вот, программисту да, сделать таким образом, что голос либо в одну сторону идет, либо в другую сторону, и никто его не проверит. Поэтому я всегда говорил, что это изменение в регламенте, оно, ну, на мой взгляд, антизаконно, потому что нельзя так делать. То есть... У нас всегда было по-другому совершенно. Когда я пришел в законодательное собрание вот 3-го созыва, я очень удивился этому изменению, потому что фактически не важно, как депутаты проголосуют, важно, как подсчитают эти голоса. А подсчитывают это как раз работники аппарата. Ну и здесь в ходе голосования наших коллег у меня просто тоже вызывает удивление, что какой-то аппарат подсчитывает результаты голосов. Вообще всегда и по регламенту так, но у нас во всяком случае так, и всегда это было так. Избирается счетная комиссия из состава депутатов, выбирается председательствующий, пишется протокол голосования. То есть каждого голосования пишется протокол за столько-то, против столько-то, воздержались столько-то. Подписывается председателем комиссии. Кто сейчас будет подписывать протоколы? Руководитель аппарата или председательствующий, или та девочка, которая считает? Ну, на мой взгляд, это вообще ставит под сомнение всю процедуру голосования. Ну, я с Антоном Васильевичем согласен, потому что даже, вот, скажем, на партийной конференции всегда как? Всегда избирается мандатная комиссия, счетная комиссия. Конечно. Вот, люди подсчитывают. Это нормальная вот, практика. Неважно, как открыто это голосование или нет. Потом протоколы все подписываются. Там написано председатель счетной комиссии, конечно. Члены Смотрите, счетной а почему комиссии. А сейчас здесь так происходит? То есть это вариант срыва заседания или что? Я думаю, я не знаю, надо смотреть их регламент, но на мой взгляд это нет, удивительно. А я думаю, что нет. Я думаю, это вот просто... Вот неграмотность. Такая, да, конечно, вот это уже первая характеристика. Конечно. Неважно, неважно. Значит, не первый раз мы избираем таких депутатов. Да? Я считаю, это просто отсутствие квалификации и желание разобраться в процедурных вопросах. Но дело в том, что вся юриспруденция, она строится на процедуре. Ядрём батон, да. Мы поняли. Владимир Викторович, а вообще вот те депутаты, которые сейчас избрались, кто-то из них является для вас конкретно неожиданным? Или вот, в принципе, все ожидаемо? Вы знаете, кто для меня... Вот видите, вы опять задаете такой вопрос. На самом деле, я бы считал провокационным. А, да? Я ни в коем случае... Я объясню, почему. Потому что для меня ожидаемый единственный там депутат – это Панько. Угу. Против которого велось вот это вот... Вы знаете, да, судебное расследование и так далее. Просто я знаю, что человек многократно избирался... И его на самом деле не просто знают, но его и поддерживают избиратели. Ну, его действительно и знают. Но... Вот и все. И у него постоянно, знаете... Во всей России знают. Нет, вы сейчас говорите о другом, Антон Васильевич. А я говорю о том, что его избирали, избирают и будут избирать. И там
И до этого избирали под 100%. Понимаете? 100% то есть никогда не было, кажется. 92. 92 у него было, я насколько помню. От явки. Вот. А не от количества избирателей. Антон Васильевич, от явки. 90, ну, да. И он был всегда одним из первых. Или первым. И я знал, что его и сейчас изберут. Вот. Ну, удивительного тут ничего нет. Вот. Мы знаем, как осуществлялось голосование ну, на этом Антон уровне. Васильевич, ну, я не буду ну, не его так, комментировать. Ну, не так, Антон Васильевич, ну, зачем это? Ну, давайте, вот. Я-то там, это мой округ, я прекрасно знаю, что там творится. Почему? Панько-то? Да. Почему? Ваш округ, ну, почему? Это Матиенко округ, это да, да, 35-й округ вот. Городской вот. Думы, это мой округ 4-й, то есть законодательное собрание. Это входит в систему наших округов. Избирали и вас, избирали и его да, по разным округам. Зачем вы так говорите? Значит, у него есть свой электорат, безусловно. Этот электорат, с которым он работает достаточно долго. Этот электорат примерно 2000 человек. Он всегда за него голосует. Электорат, это тот электорат, который знает, что есть у них депутат, этот депутат борется за их права, приводит деньги на их округ и добивается того, что их жизнь становится лучше. Я в этом других, вот меня спросили, ну вы можете спорить. Меня спросили точно подождите, так же, как... мне кажется, что мы сейчас не да, на ту тему не с вами конечно, спорим. Давайте оставим округ Панько и давайте. Его тоже. Нет, просто вы меня спросили, кого, все, я знал, что он выиграет. Ну, хорошо. А у меня еще, я уже позицию Антона Васильевича поняла по сити-менеджеру, я еще и поняла это 18 сентября, да, собственно. Да. А вот ваша позиция, для Иркутска это нужно? Для меня это совершенно неприемлемо. Тем более, я не видел нигде в комментариях отсылки к опыту. Опыт Братска, опыт Ангарска. Усолья. Опыт Усольского района, по-моему, Усолья, да? Усолья. Вот. Усолька, да. Везде опыт отрицательный, гораздо меньше людей, гораздо меньше на самом деле проблем. И везде институт сити-менеджера привел к тому, что не могли договориться между собой ветви власти, люди. Это все заканчивалось судебными разбирательствами и тем, что не делалось ничего на самом деле. Почему? Потому что вот юридическое решение не принято, все ждут, когда оно будет. Поэтому как вообще после того, как мы в области имеем такой опыт, его распространять на губернский город, на центр, на столицу. Потом давайте вот так зададимся вопросом абстрактным. У нас в Российской Федерации президента избирают. То есть президента мы можем избрать. Мы можем избрать Собянина. Это главный субъект. Да? А где-то в вот. Глубинках мы уже... В Санкт-Петербурге. А это в Москве непонятно вообще сколько там, да? Это огромное вообще, это не зря говорят, государство в государстве, да? Санкт-Петербург 5 миллионов. Они избирают, а мы почему-то вдруг... Вот, более того, есть у меня секунда? Да, да. Вы знаете, есть. На самом деле все началось после того, как сняли Антона Васильевича Романова. Антон Васильевич, мы не зря вас сегодня к нам позвали. Нет, нет, мы с ним не коллеги, не сотрудники, он один, я другой, мы в разных партиях и так далее. Вы даже пришли к нам в студию порознь. Да, да, да. Я подтверждаю. Но, дело в том, что если бы тогда не сняли Антона Васильевича Романова, и я считаю, как это вот по-русски говорят, по беспределу. Да. Да. Он бы стал мэром, и он бы был хорошим народным мэром. Но дело в том, что тогда вот Единая Россия бездарную кампанию провели. Помните, Серебряников? Ну, конечно. Я считаю, он прекрасный мэр, но не надо было так его сюда тянуть. Не в этом контексте, не та технология, да? И более того, его бы сняли, да, за ним бы сняли, например, Кондрашова. Там вот эта пенсионерка была бы, да, да, да. Она была бы мэром. Но, когда они избрали Романова, я считаю, бездарным мэром был Кондрашов. Вот. И Бердников, на мой взгляд, хотя он не народно избранный, он хороший, может быть, лучший, да, я считаю, лучший постсоветский мэр. Понимаете, в чем дело? И у нас всегда так получается. Давайте уберем конкретного Романова. Давайте уберем конкретного Кондрашова. Давайте уберем конкретного Бердникова, потому что он кого-то не устраивает. Какое это отношение имеет к народному волеизъявлению? Поэтому еще раз повторяю, кто бы мне что ни говорил, что все началось с того, что не дали возможность избрать Антона Васильевича Романова. Я вас поняла. Антон Васильевич, а можно я вот немножко в другую колею теперь поверну наш разговор? А как тогда так получилось, что еще в апреле же правильно рассматривали вот этот законопроект о возвращении прямых выборов? Почему тогда вот хронологию вот эту вот нам расскажите, как получилось? Ситуация, на мой взгляд, она действительно...
будем так говорить, некрасиво. Почему? Потому что фактически принятие законов законодательным собранием о способе наделения полномочиями главы муниципального образования, она выражает недоверие избирателям. Вот избрали, то есть 10-й год, то есть до этого года всегда избирали мэра прямым голосованием. То есть с 94-го года всегда прямым голосованием, и никаких проблем не было. Значит, худой, плохой, там, хороший, значит, это люди решают. То есть и результаты голосования, они были сами за себя. В 2010 году избирают, то есть меня снимают, как здесь сказано было, по беспределу с выборов, избирают Кондрашова. Ну так оно было. Да. Каким образом возникает вопрос о том, что нужно изменить порядок избрания мэра? А возникает вопрос следующим образом. То есть Андрей Николаевич Лобыгин говорит, а вот на волне всенародного голосования или протестного голосования к власти может прийти популист. Поэтому, то есть народ типа того, что не разберется толком, давайте мы поручим это дело профессиональным депутатам, которые там уже избраны, которые уже прошли фильтр, и вот этот механизм будет лучше. Но я бы даже согласен был и с этим, то есть пускай бы они избирали, но это надо было объявить раньше, до избрания Думы. Проблема-то была в чем? Сначала в 2014 году избрали Думу, и никто не думал, что из состава Думы будет мэр разбираться. Ждали, в общем-то, прямых выборов. А когда подошли прямые выборы, сказали, нет, прямых выборов не будет. То есть, фактически, законодательное собрание и губернатор тогда, Ерощенко, и законодательное собрание в лице того же самого Андрея Николаевича Лобыгина оказали недоверие народу. То есть, что вы, люди, неправильно избираете мэра. Поэтому давайте мы вас подправим. Сейчас что произошло? Произошла такая же история. То есть, полномочия мэра заканчиваются. Все мы знаем, что полномочия мэра заканчиваются в марте. Дума избирается вот в сентябре. Объявите заранее, что выборы будут не из состава Думы, а из состава комиссии. Вот. Вообще непонятно, на самом деле, кто в этой комиссии будет. И тогда бы Антон Васильевич никто на выборы вообще не пришел. Ноль голосования. Другое было бы голосование. Да, ремарку тоже в это ставлю. Мы работали же на участках 8 числа. И это действительно, когда мы подходили к людям и говорили, а почему вы пришли на выборы, что заставило там? Потому что кто-то забегал 7:30, уже без 20, без 15, 8 вечера. А они говорили, да как, это же важно, из этого же состава этих людей будет избавиться. Обман постоянно, это уже становится традицией. И понимаете, какая штука? Мы в первом чтении это приняли весной, закона вот этом самом, о выборах из состава конкурсной комиссии. Результат какой? Ну и приняли бы во втором чтении, все бы знали, что из состава конкурсной комиссии там можно было бы дискутировать, можно было бы не дискутировать. А когда второй раз мы принимаем, то есть, вернее, в окончательном чтении закон, когда мы уже знаем состав Думы. То есть, кто-то решает из законодательного собрания, что вот эти люди, которые избраны населением, значит, они недостойны быть мэром. Значит, мы давайте как бы поручим, то есть, другой механизм запустим. И, на мой взгляд, это как раз игра вот такая, когда... Ну, это игра наперсточников. Вот, мне в голову пришло. Это наперсточники, понимаете? Когда, ну, как можно с шулерами играть в карты? Или вообще, да, то есть они постоянно, у них 8 тузов, значит, в рукаве. То есть, и поэтому, ну, я, выступая на сессии законодательного собрания, сказал, что вообще 5 способов наделения полномочиями главы. Да их больше мы писали 5, с коллегой. 5. Больше, я можно закончить. Столичные еще, есть столичные города, не столичные. Да. Ну, нет, у нас, я говорю, для нашего конкретного случая. То есть, уже 2 способа, то есть третий способ сейчас, это самое, и у нас остается еще 2 способа. Фактически наделение. То есть еще можно 15 лет пудрить мозги избирателям. То есть зачем? Ну вас же никто не поддержал на сессии 18 числа. Никто не захотел голосовать вручную, опять же, вот как сейчас мы видим. Там нет, депутаты. Смотрите, на самом деле, что интересно, ну Егорова Лариса, это понятно, она всегда, она всю жизнь за народное волеизъявление. Я на самом деле... Так. Обсуждение вопроса о председателе Думы, мне говорят, началось. Давайте перейдем в зал. Бюллетени, форма которых... Количество изготавливаемых утверждается решением Думы города Иркутска. Кандидатов на муниципальные должности в городской думе вправе выдвигать мэр города Иркутска, председатель Думы, депутатские объединения и депутаты. Выдвижение депутатов может быть осуществлено путем самовыдвижения.
Кроме того, выдвижение кандидатов осуществляется посредством подачи письменного заявления в произвольной форме в аппарат Думы и на замещение того Максим Юрьевич. Почему нет информации, кто подался у нас, у меня? Где? Сколько? Записывали. Вы какой сценарий? Господи, очень. Угу. Так. Почему карандаш? Итак, у нас поступило 4 заявления. Берите тогда. Таким образом, у нас предложены следующие кандидатуры депутатов. Виталий Николаевич Матвейчук, да? Евгений Юрьевич Стикачев, это самовыдвижением, да, у нас? Самовыдвижение и группа депутатов. Угу. Группа депутатов также предложила у нас 18 человек Стикачева Евгения Юрьевича, и группа депутатов в количестве 3 человек предложила Ружникова Дмитрия Олеговича. Итого у нас 4 кандидатуры. Кандидатура у нас 3, получается. И одна кандидатура выдвинута разными путями. Путем самовыдвижения и путем поддержки группы депутатов. В силу статьи 8 регламента Думы города Иркутска в ходе обсуждения, которое мы проводим по всем кандидатурам, подавшим заявление, давшим согласие баллотироваться, кандидаты вправе выступить на заседании Думы и ответить на иные депутаты вправе задать им вопросы. Депутаты Думы имеют право высказываться за или против кандидатов, после чего обсуждение кандидатур прекращается. Поэтому, коллеги, из тех, кого выдвинули на пост председателя Думы города Иркутска, первый вопрос у меня. Самоотводы есть? Самоотводов нет у нас. Желающие выступить перед своими коллегами? Виталий Николаевич, желаете выступить? Нет. Евгений Юрьевич. Подождите, я опрос закончу. Да, я готов. Пожалуйста, либо с места, либо на трибуне, как вам удобно. Алексей Владимирович, у вас по ведению? Да, пожалуйста. Хотелось бы, конечно, услышать программы всех кандидатов. Но мы для заставить. Того, чтобы, ну, это пожелание такое, что понимать, куда мы будем дальше двигаться, какие приоритеты, стратегии и так далее. То есть вы хотите, что наставите, чтобы выступил каждый из претендентов на пост председателя? Хотелось бы услышать, конечно. Виталий Николаевич, я так понимаю, вы готовы выступить? Тогда не возражайте, Евгений. Конечно. Виталий Николаевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Хочется сказать, что мы пришли в 7-й созыв. В городе у нас есть дефицит, у нас есть бюджетный долг, который как раз фракция КПРФ намерена при взаимодействии с областной властью закрыть. Ведь закрыть областной долг как можно? Первое – это экономить в первую очередь на муниципальных программах, на муниципальных учреждениях, не строить их, не делать дороги. И второй вариант – плотно взаимодействовать с областной властью и с областным бюджетом и попросить там дополнительное финансирование. Все-таки фракция КПРФ настаивает на том, чтобы был диалог с областной властью. Сколько мы в прошлый раз не приглашали губернатора, «Единая Россия» ни разу его не пригласила. И все инициативы были погублены, и тем самым наш бюджет сейчас с долгом. И как раз моя программа такая, что взаимодействие с областной властью мы сможем развивать город гораздо лучше, чем сейчас. И бюджет может быть и 25 миллионов. Это миллиардов, 25 миллиардов, я прошу прощения, и более. И все-таки прошу поддержать фракцию КПРФ на голосовании по всем кандидатурам. Спасибо вам. Спасибо, Виталий Николаевич. Вопросы после будут от коллег. Давайте, наверное, всех послушаем, потом будете задавать вопросы, если таковые возникнут. Евгений Юрьевич, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну, у меня, наверное, следующее будет программное предложение. Имея опыт уже руководства Думой более года, со многими из вас мы уже проработали достаточно плотно. Я считаю, что сейчас самое необходимое, нам надо наращивать и восстанавливать ту Думу, которая была раньше. Все мы помним до 2015 года, что и правовая компетенция Думы была совсем другая. У нас был свой юродел, у нас был более широкий штат сотрудников аппаратов. Почему это нужно? Потому что
Дума должна работать с исполнительной властью по принципу сдержек и противовесов. Только при сильной Думе и сильной администрации будет диалог. И диалог должен быть на равных. Я думаю, вот этой краткой фразой я хочу сказать все то, что я планирую реализовывать уже на площадке председателя Думы города Иркутска. Потому что за нами стоят наши избиратели, и только при сильной Думе возможно развитие города Иркутска. Спасибо. Спасибо, Евгений Юрьевич. Дмитрий Олегович, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле, эта Дума у нас, как в принципе отчасти прежняя, получилась и большая половина практически депутатов, которые уже имеют опыт работы, и половина Думы у нас депутатов, зашедшими с новыми силами, с новыми желаниями, с новым видением работы дальнейшей. И, конечно, это выводит Думу на новый эффективный уровень развития. Коллеги, конечно, правильно говорят, есть ряд проблем и с бюджетом, и с работой с администрацией в части контроля там, и работы по определенным вопросам. Это все надо решать, это текущая деятельность Думы, и здесь, наверное, я больше буду рассчитывать на вашу помощь в случае избрания председателем, потому что, к сожалению, предыдущий созыв показал, что не все депутаты присутствуют на заседаниях, не все депутаты считают своим долгом там какие-то вопросы решать. Это, наверное, одна из первых задач председателя, собрать всех и настроить на работу. Это очень важно в течение 5 лет, каждый месяц собираться по несколько раз, но не все к этому готовы. А также хочу напомнить, что у нас принят закон о сити-менеджере, и этот закон должен, в частности, и Думой тоже быть проработан, и у нас с вами очень большая работа по этому вопросу, так как в дальнейшем нам с вами работать с этим человеком и выбирать его в том числе. Поэтому я считаю, что работы много, нам надо с вами вместе объединяться. Председатель никогда не сможет работать один, он, как правильно говорят мои коллеги, должен работать и с администрацией, и, безусловно, с региональной властью. И у нас есть о чем говорить с региональной властью. Но и в первую очередь работать сами собой, с вами, коллеги, на то, чтобы у нас было все эффективно и все правильно, и все понимали. Поэтому я здесь, в своей программе говорю о том, что нужно в первую очередь у нас наладить общение внутри Думы, а дальше уже эффективно работать со всеми остальными. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Олегович. Вопросы коллег-депутатов? Выступления в поддержку либо не поддержку кого-то из депутатов? Алексей Владимирович, пожалуйста. Коллеги, я бы хотел обратить внимание, что Евгения Юрьевича Стекачева поддержала «Единая Россия». Сегодня на конференции большинством голосов. Кроме того, он как председатель показал себя с очень хорошей стороны. У нас ощутимо улучшилась эффективность работы Думы за последний год. Вот многие показатели и проблемы были выявлены, в том числе и где-то и в городском хозяйстве. И все это было направлено прежде всего на то, чтобы наши избиратели, наши жители города Иркутска жили лучше. Поэтому я призываю, во-первых, коль скоро мы заговорили здесь и про КПРФ, и про партийную принадлежность, да, напомнить, во-первых, хочу, что «Единая Россия», как ведущая, кто бы что ни говорил, политическая сила, выдвинула своего депутата Стекачева Евгения Юрьевича на пост председателя Думы. И поэтому предлагаю всем поддержать эту кандидатуру. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Квасов Александр Александрович. Уважаемые коллеги, все мы прошли нелегкий путь выборов, и на этих выборах у нас было всякое. Сегодня, заседание Первой Думы, всем нам вручили удостоверение, и мы должны представлять и отстаивать интересы своих избирателей. Я предлагаю вам поддержать кандидатуру Дмитрия Олеговича Ружникова, кандидата, беспартийного. Шел он самовыдвижением, прошел несколько судов, чтобы остаться кандидатом.
население за него проголосовало, избиратели, он победил. Я считаю, что председатель Думы должен быть беспартийным и немного как бы удаленным от всех политических партий. Прошу вас поддержать и проголосовать за Дмитрия Оружникова. Спасибо. Юрий Диамидович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, представители администрации, приглашенные. Вы знаете, вот все три кандидата, они заслуживают внимания. И я вот считаю, что каждый из них достоин претендовать на звание председателя Думы. Но давайте будем исходить все же объективно. Ну, наверное, вот партийная принадлежность вот предыдущих ораторов, ссылки на то, что коммунисты мы или единоросс, мне кажется, это как раз вот меньше всего должно играть роль при принятии нами решения во время голосования. Вы знаете, вот последний год, как все, наверное, уже знают, мы пережили непростое время из-за того, что, к сожалению, глава города и представители администрации сделали все для того, чтобы Дума потеряла свой голос, свою силу, чтобы мы встретили трудности во время избрания, нас не допускали ни в школы, ни в детские сады, значит, препятствовали на встречах, в нарушение закона устанавливали какие-то рекламные конструкции, и все это под эгидой, к сожалению, нашего мэра, который сейчас присутствует и снял себя полномочия, пройдя вот этот тоже непростой путь. Неприятно, конечно, это все, но кто, собственно, поддерживал вот в течение года те усилия, может быть, не совсем сильные голоса, которые раздавались по восстановлению справедливости? Стекачев, который взял на себя бремя, который не побоялся сказать мэру и другим представителям администрации, представителям власти, сказать, что, ну, вы знаете, конечно, как бы все мы понимаем, и вы сильно хотите выиграть, но есть определенный предел, есть все же закон, который нас ограничивает уже в распоясывании. И я думаю, что вот это вот сила духа, которая проявилась у Евгения Юрьевича, я, кстати, могу сказать, что для меня это было неожиданно, конечно, заслуживает внимания. И я думаю, что Андрей Николаевич, который сегодня присутствует, Лобыгин, наверное, не зря с первого созыва предложил Евгению Юрьевичу ставку. Наверное, он растил будущего лидера Думы, наверное, приложил все усилия для того, чтобы он состоялся, значит, лелеял, поддерживал его всегда, и он состоялся. И я думаю, что сейчас, наверное, Андрей Николаевич, видя, какую проводит работу и демонстрирует характер Евгений Юрьевич, наверное, рад тому, что его ученик, наверное, перерос уже учителя. Поэтому, конечно, вот говорю, при всем уважении ко всем вот присутствующим кандидатам, я все же выступаю в поддержку Евгения Юрьевича и прошу всех коллег также поддержать, несмотря на то, что сейчас могут у вас быть какие-то другие мотивы. Но поверьте, значит, наверное, ну, вот, исходя из своего опыта, могу сказать, что Евгений Юрьевич – это человек компромиссный и всегда готов идти на диалог, о чем говорил Дмитрий Олегович. И, конечно же, готов идти на взаимодействие с областной властью, о чем говорил Виталий Николаевич. Поэтому как раз вот в Евгении Юрьевиче как раз присутствует то, что, наверное, два очень тоже уважаемых мной депутата могут помочь как раз вот отстоять общие интересы и уже и организовать работу внутри Думы, и организовать работу, общаясь с областной властью. И поэтому я думаю, что, конечно, мы должны все же это все учесть и поддержать кандидатуру Евгения Юрьевича. Спасибо. Спасибо, Юрий Диамидович. Александр Александрович, пожалуйста. Я воспользуюсь, значит, по регламенту до двух выступлений, можно каждому по одному вопросу. Польщен, Юрий Диамидович, вашим выступлением, но хочу вам сказать, сегодня утром прошла конференция, да, партия «Единая Россия», где наш вот мэр Дмитрий Викторович Берников предложил кандидатуру Евгения Юрьевича Стекачева.
И мне тем более непонятно вам, как, ну, конференция его поддержала, там, единогласно он был, вот, единственным кандидатом. И я не понимаю вас, как кандидата от партии КПРФ. Конечно, вот, вы вас не приглашали вас на конференцию «Единой России»-то? Вы не были? Да? Надо было сходить тоже там, вот, я думаю, выступить. Ну, уважаемые друзья, это все, конечно, вот такая демагогия, да, но я предлагаю все-таки проголосовать и поддержать Дмитрия Ружникова, кандидата самовыдвиженца беспартийного, и остановить свой выбор на его кандидатуре. Спасибо. Андрей Николаевич, пожалуйста. Юрий Диаминович, спасибо большое за лестные слова. Евгений Юрьевич пока меня перерос только ростом, немножко выше меня. Когда пробудет председателем Думы больше 8 лет, тогда, да, однозначно перерастет учителя, если об этой интерпретации. Мое предложение — прекратить прения и перейти к процедуре голосования. Люди известные, новичков здесь нет, поэтому мы все знаем, в общем, их качество, поэтому предлагаю голосовать. Андрей Николаевич, у нас, согласно регламенту, все-таки выступить кандидаты имеют право, и в поддержку кандидатов депутаты также имеют право выступить. Поэтому, Сергей Александрович. Я бы хотел сказать, что, несмотря на то, что было уже много высказано, да, и поддержать все-таки слова Квасова Александра Александровича по поводу того, что человек все-таки должен быть беспартийным, да, прежде всего. А второй момент, то, что прошлая Дума, как сейчас было сказано, какие-то долги и так далее, да, появились по бюджету. Я считаю, что нынешняя Дума должна учесть все пожелания и во главе с новым председателем, как бы, все эти вопросы решить, и чтобы не было этих долгов. Спасибо, Сергей Александрович. Виталий Николаевич. Уважаемые коллеги, прямо на наших глазах наша фракция потеряла одного человека. Один голос за меня. Да, вы видите, что поддержали Евгения Юрьевича. И хочется сказать, что, знаете, мы сосредоточимся на формировании фракции, на большинстве. Каждого приглашаю из вас вступить во фракцию КПРФ. И все-таки мы тогда, если у нас не хватает голосов, а мы проигрывать не привыкли и не будем никогда. Вы видите, да, это по областной власти. Я отзываю свою кандидатуру на должность председателя Думы и прошу вас проголосовать за нас, за пост зама председателя Думы. Спасибо. Виталий Николаевич, неожиданно. Так. Антонина Михайловна у нас. Уважаемые коллеги, добрый день. Вот мы сейчас начинаем обсуждать, что у нас бюджет дефицитный и что мы все имеем долг, но хотелось бы заметить, что те депутаты, которые сегодня говорят о том, что бюджет у нас с долгом, они же сами голосовали за этот бюджет. И я думаю, видимо, были основания для того, чтобы мы брали кредиты. Нам необходимо было строить, мы все с вами знаем, детские сады, школы. Нам необходимо было получить софинансирование. И, к сожалению большому, область не дала нам софинансирование до сих пор по многим программам. Поэтому я не считаю, что здесь вина администрации. Мы должны работать вместе. Не противостоять Дума и администрация. А мы должны идти рука об руку и решать вопросы с администрацией Иркутской области. И поэтому обвинять кого-то в том, что бюджет у нас дефицитный, ну, наверное, каждый должен спросить в первую очередь себя. По поводу кандидатов. Я хочу сказать, что каждый из кандидатов, вот правильно, действительно достойный человек. Есть положительные моменты, есть отрицательные. Но мы, наверное, уже определились. И я считаю, правильно, Андрей Николаевич, необходимо перейти к голосованию. Спасибо, Антонина Михайловна. Еще желающие выступить по данному вопросу, высказаться по кандидатурам? Нет таковых. Переходим к процедуре голосования. Коллеги, для проведения тайного голосования с использованием бюллетеней и определения его результатов, я сейчас вкратце расскажу всю процедуру, потом мы по этапам пойдем, соответственно, в соответствии с регламентом. Дума избирает открытым голосованием счетную комиссию. В счетную комиссию не могут входить депутаты городской думы, чьи кандидатуры внесены в бюллетени для голосования. Счетная комиссия должна избрать из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением городской думы формы в количестве соответствующем числу избранных депутатов городской думы. Время для тайного голосования также у нас устанавливается решением самой думы. Каждому депутату выдается один бюллетень. Бюллетени выдаются счетной комиссии. При получении бюллетеня депутат расписывается напротив своей фамилии в списке ведомости выдачи бюллетеней. Перед началом тайного голосования председатель счетной комиссии объясняет депутатам порядок заполнения бюллетеня. Депутату обеспечиваются условия для тайного голосования путем предоставления отдельной кабины. У нас готовность есть, да? Две даже, да, кабины? Угу. Семьюш, спасибо. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией. Недействительными при подсчете депутатов. Ну, собственно, мы сейчас увидели, что депутаты готовятся избрать своего спикера. Два кандидата, было три, стало два. Уважаемые коллеги, ну вот я сейчас попрошу вас назвать фамилии ваших, на кого ставки делаете. Владимир Викторович. Стекачев. Я тоже думаю, что Стекачев будет избран. Единогласно? Нет. Но может быть и такой вариант, я не исключаю такого варианта, что никто не будет избран. Да, и то есть тогда? Ни один, ни один не будет избран из предложенных кандидатур, тогда в таком случае будет предусмотрено новое выдвижение, новое голосование и так далее. А то, что вот Виталий Николаевич Матвейчук снял свою кандидатуру? Ну, понятно, как Виталий Николаевич Матвейчук снял свою кандидатуру, он же не снял в пользу кого-то. Угу. То есть он не снял ни в пользу Стекачева, ни в пользу. Но у него есть шансы Рожника. Занять место зама? Я думаю, что никакого шанса нет, поскольку Стекачев будет предлагать свою кандидатуру. Это кто, например, может быть? Ну, это может быть тот же самый Распутин Алексей. Угу. Владимир Викторович, а ваши варианты в развитии ситуации? Я думаю, что все-таки было бы разумно, естественно, избрать хотя бы кого-то. Ну, естественно, разумно. Что значит хотя бы кого-то? Хотя бы кого-то, ну, потому что... Выборы должны состояться. До этого, да, мне, или вы задавали, вы вопрос о том, кто действительно должен был победить и победил, и кого я там ожидал. Вот. Ну, я не вижу такого лидера в сегодняшнем составе Думы, которому действительно и я, и другие специалисты, и коллеги по Думе могли бы отдать первенство и сказать, вот этот человек превосходит нас с точки зрения умения вести дела как депутат, с точки зрения умения выразить интересы горожан, с точки зрения консолидации. Нет, я думаю, что как раз в этом смысле Иркутская Дума отражает вообще некий давным-давно сложившийся парадокс, когда некое единство в борьбе против всех порождает отсутствие умения двигаться вместе. То есть мы всегда голосуем против. Мы голосуем против, ну, там, кого угодно. Вот, кого угодно, да. Это и на выборах в области, там, на выборах в городе. Но это всегда чувствуется вот это. Да. Протесты. Против, да. Угу. Причем спрашиваешь, ты почему против? Я против. Просто против. Без аргументов, да. Да. Вы знаете, вот. А я спрашиваю, а будет лучше, если против? Да нет, но все равно я против. Вот какой-то, понимаете, ген. И вот этот ген, он и передается и городской думе. Угу. И я считаю, что она на самом деле представлена далеко не всеми самыми достойными людьми, которые могли бы там проводить последовательную политику в интересах горожан. И сейчас мы вот с вами видели постоянно какие-то трения, противоречия проявляются тогда, когда не должны были бы. Вдруг вспоминаются какие-то имена, какие-то акторы, которые никакого отношения к действию-то не имеют. То есть они уже сейчас готовы к тому, чтобы давай мы изберем, а потом начнем опять драться. А потом нет, решим, как дальше. Я думаю, что совсем не так. Ситуация совершенно не такая. На мой взгляд, голосование в Иркутске постоянно, и в Иркутской области постоянно протестное, мы голосуем против кого-то, на самом деле мы голосуем против власти. Потому что иркутянам и жителям области не нравится нынешняя власть. А как вернуть вот это доверие? Я объясняю, почему. Какая? Потому что уровень жизни падает. То есть это и федеральная власть, и областная власть, и муниципальная власть. Ну, доходы иркутян падают, рабочие места исчезают.
Понимаете? То есть источники доходов тоже исчезают. Ресурсы вывозятся отсюда. Чем быть довольными? Цены растут. Недовольство иркутян вполне обосновано. И они выражают недовольство теми людьми, которые приходят во власти, от имени этой власти пытаются навязывать им политику федерального центра в том числе. Которая, в общем-то, на мой взгляд, она разрушительна. Это первое. Второе. Сегодня вот в Думе голосование не за председателя идет. Сегодня в Думе идет голосование за будущего мэра. То есть, а именно лояльность или нелояльность Думы к возможным кандидатам на пост мэра. То есть мы же понимаем, что на самом деле речь идет не о кандидатурах вот тех людей, которые сегодня выдвигаются. Речь идет о перспективах как раз марта следующего года, если там это все произойдет. И поэтому идет такая напряженная борьба. Но при этом я хочу сказать, это совершенно очевидно и откровенно, что при таком подходе, наверное, улучшения не будет. Потому что никто из кандидатов не выразил никакой программы действий. То есть они говорят, ну давайте деньги получим из бюджета, потому что своих денег не хватает. То есть из областного бюджета. Обождите, а где областной бюджет берет деньги? Продавая ресурсы, значит, запуская как бы схему истощения Иркутской области. Значит, где производство, где рост рабочих мест, где, в конце концов, другие позитивные вещи, когда бы люди, ну, если говорить просто, значит, чувствовали уверенность в завтрашнем дне. То есть, когда вот он на своей работе, простой человек может за свою заработную плату, честно работая, кормить детей, оплачивать расходы ЖКХ, ездить где-то на отдых, да, учить, обучать, так сказать, ну и получать полноценное жизненное благо. Вот этого нет. И поэтому иркутяне сознательно, в общем-то, говорят о том, что нам это не нравится. Давайте нам программу, давайте нам того человека, который бы повел вперед. И сегодня, то есть вот из того, что из этих выступлений видно, что речь идет о споре, так сказать, за дележку бюджета. Это неправильно. Это неправильная Владимир позиция. То у есть, вас есть свое слово, да? Антон Васильевич подтвердил то, что я сказал. Он сказал, да никто работать не будет там до марта или еще до какого-то там срока. То есть люди приходят не для того, чтобы работать, а для того, чтобы иметь в перспективе возможность. Чего возможность? А вы скажете... опять за что-то проголосовать, что-то сделать за, против. Следующий момент. На сегодняшний день в Иркутской области... Ну, как говорят, красный губернатор, собственно говоря, красное законодательное собрание. Следовательно, мы теперь будем голосовать против Левченко, если он, не дай бог, останется в качестве кандидата. Не дай бог останется, да, вот, кандидата, да, на следующий срок. И будем голосовать против красных депутатов, потому что они власть, потому что они, с одной стороны, область подожгли, вот, с другой стороны, они ее затопили. Ну да. Вот да. Да. И наводнение мы вызвали, да, и поджоги. И метеорит упал из-за вас. Метеорит упал из-за вас. Да, я помню, как это было, когда вы выступали против Ерошенко. У нас не будет ни дождей, у нас не будет ни пожаров. А теперь сгорела вся область, и где она, эта власть? Поэтому, исходя из вашей логики, теперь надо голосовать против КПРФ и всех людей, которые причастны к ней. К этой партии, потому что они являются партией власти. Ну, давайте не будем в нашем эфире. Нет, ну Антон Васильевич сказал. Нет, подождите, Антон Васильевич сказал, я ответил. Потому что, власть, вот она такая власть у нас. Да. У нас власть не Единой России нынче. Да. Вот скажите, раз мы уже заговорили про март этого года. Так, сейчас подождите, мне режиссер. Ага. Так. Ну, это не процедурный вопрос. Это не процедура. Поэтому вот это возвращаться нельзя. А мы переходим сейчас на заседание суда, там вот какой-то спор, мне говорит режиссер, разразился, давайте посмотрим. Юрий Диамидович. Я, знаете, вот, кстати, Андрей Николаевич, спасибо, но я, собственно, не по этому вопросу выступаю. Вы знаете, вот я хотел бы загладить свою вину перед Виталием Николаевичем, все же я бы вернулся к первоначальному предложению Евгения Юрьевича и предложил бы членам комиссии сделать Виталия Николаевича, хотя я уважаю тоже и Сергея Леонидовича, но Виталий Николаевич, я хотел бы подчеркнуть, что я не коммунист. И вы когда говорите коммунисты, то нет, я не коммунист, я беспартийный. Да, но я член фракции коммунистов. Поэтому, значит, я все же поддерживаю вас, как одного из родоначальников, можно сказать, представителей коммунистической партии в Думе города Иркутска. Спасибо.
Спасибо, Юрий Диамидович. Так, Виталий Николаевич, решите вопрос окончательно. Идете в счетную комиссию? Или... Уважаемые коллеги, вот всегда так. Предлагаю тогда счетная комиссия, три человека и три наблюдателя. Тогда вопрос решится. Если наблюдатели можно или нет? Наблюдатель у нас только от депутатских объединений. У нас депутатских объединений сейчас еще нет. Все, я понял. Спасибо. По персоналям у вас нет. А по вам-то, собственно, вы не хотите. Все, хорошо. Спасибо. Иван Анатольевич. Я все-таки, Андрей Александрович, судя вот, по всем этим разговорам, может быть, тогда Савченко Евгения, у нас все-таки два созыва, да, и так далее. Я все-таки еще раз, мое личное мнение, вы почему-то умолчали, наблюдатель, как угодно, прокуратура. И, пожалуйста, ответьте, да или нет. Наблюдатель у нас только от депутатских Хорошо, объединений. Хорошо, это не депутатский корпус, вот Дмитрий Иванович, может быть, есть у него желание, я не знаю. Лично коллеги, у нас мнение. Прозрачная, я думаю, будет работа построена. Дмитрий Иванович, пожалуйста. Депутаты, органы прокуратуры не наделены полномочиями в данном случае разрешать проблемы, связанные с голосованием, либо с охраной ящиков, наблюдением за членами счетной комиссии. Поэтому, даже не беря самоотвод, я просто разъясняю, что это не наша компетенция. Спасибо. Так, коллеги, итого у нас поступили предложения. Первое предложение было по персоналиям от Евгения Юрьевича. Угу. Собственно, Юдин. Виталий Николаевич отказался. Виталий Николаевич, самоотвод у вас, да. Все. Вы предложили Юдина Сергея Леонидовича. Коллеги, голосуем в порядке поступления кандидатур. Соответственно, первые кандидатуры, которые будут, наберут необходимое число голосов, большинство в данном случае от присутствующих, мы сейчас будем по порядку, я их буду ставить на голосование. Если вам интересно по порядку, кого выбирать, то, пожалуйста, Юдин, Распутин, Панько, это предложение Стекачева Евгения Юрьевича. Лобыгин Андрей Николаевич предложил кандидатуры Кузнецова, Юдина и Распутина. Светлана Павловна поддержала полностью Андрея Николаевича. Иван Анатольевич у нас предложил Андрея Николаевича, Светлану Павловну и Перевалова. И иных предложений по персоналиям у нас не было. Коллеги, понятное дело, что кандидатуры, которые дважды предложены одним и тем разными субъектами, они дважды голосоваться не будут, то есть в том порядке, в каком они первые идут, в том порядке они будут поставлены на голосование. Соответственно, второй раз мы их голосовать уже не будем. Александр Александрович, пожалуйста. У меня по ведению предложение голосовать персонально по каждой кандидатуре. Да. Они так не списком, как он был предложен. Списком не предусмотрен. Спасибо. Списком не предусмотрено, поэтому голосуем по каждой кандидатуре в порядке их поступления. Большинство от присутствующих избирается число 18, да. Большинством от присутствующих избирается счетная комиссия, поэтому поехали. Первая кандидатура у нас была Юдина Сергея Леонидовича. Кто за данную кандидатуру, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Пожалуйста, Андрей Николаевич, по порядку ведения. Уважаемые коллеги, я прошу тех, кто считает, громко, четко говорит результат. Наталья Николаевна, учтем. Итого, Сергея Леонидовича 32 депутата высказались. Сергей Леонидович у нас избран в состав счетной комиссии. Следующая кандидатура Распутина Алексея Владимировича. Пожалуйста, кто за, прошу голосовать.
Кто против? Воздержавшийся? Так, нет. Воздержавшийся, руку держите, пожалуйста. 6, да? Результат огласите. 25 за, 6 воздержались. Значит, остальные нет. Алексей Владимирович, пожалуйста, набрал большинство голосов. Так, следующая кандидатура у нас Панько Александр Георгиевич. Кто за данную кандидатуру, прошу голосовать. Кто против? Воздержавшийся? Шестнадцать воздержался. Итого результат у нас. Наталья Николаевна. 13 за, 16 воздержалось, 1 против. Большинства от присутствующих нет. Александр Георгиевич, ваша кандидатура отклонена. Следующая у нас поступившая кандидатура от Лобыгина, предложенная Лобыгиным Андреем Николаевичем и, собственно, Кузнецовой Светланой Павловной. Это, собственно, сама Кузнецова Светлана Павловна. Кто за данную кандидатуру, прошу голосовать. Кто против? Воздержавшийся? Результаты голосования? 25 за, 6 воздержавшихся. Светлана Павловна, вы избраны в состав счетной комиссии. Таким образом, у нас три кандидатуры уже набрали большинство от числа присутствующих. Это кандидатуры Юдина Сергея Леонидовича, Распутина Алексея Владимировича и Кузнецовой Светланы Павловны. Счетная комиссия у нас сформирована. Таким образом, у нас просьба к членам счетной комиссии собраться для первого заседания по выборам председателя и секретаря счетной комиссии. Юрий Диамидович. У меня предложение, учитывая, что сейчас процедура будет, но уже нам нельзя будет отрываться. Может быть, вот пока комиссия заседает, может сделать 15-минутный перерыв. Потому что сейчас еще по плану у нас еще полтора часа надо будет работать. И, наверное, мы можем так голосование сорвать. Ну что ж, сейчас депутаты удалятся на тайное голосование и выборы председателя, а мы пока продолжим обсуждение в нашей студии с гостями. Я хотел бы прокомментировать. Да, 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 пожалуйста. Владимир Викторович сказал, что сейчас население будет голосовать, видимо, протестное голосование, как подтверждаю мои слова, будет голосовать против КПРФ и против губернатора. Я думаю, что это вполне возможно, такое голосование реально. Значит, но я хотел бы обратить внимание наших избирателей, наших телезрителей на то, что пока у власти будет «Единая Россия» в федеральном центре в Иркутской области, изменить к лучшему что-либо будет очень трудно. Поэтому мы никогда не говорили о том, что пожаров не будет. Мы говорили о том, что пожарам привел только один фактор – изменение лесного кодекса и сокращение лесной охраны, и средств на лесоохрану и лесовосстановление. Поэтому очень трудно добиться в городе Иркутске и в Иркутской области позитивных изменений, это показывает практика. Пока, в общем-то, подавляющее большинство в Государственной Думе и в правительстве, и
в центрах власти федеральных, значит, будет за Единой Россией. Спасибо. А я, знаете, мы уже начали с вами немножко обсуждать кандидатов, вот, которые на пост спикера. А вот, ну, понятно, Стикачев, с ним все понятно. А вот тот же Ружников, кто он, что он, ну, вот ваше мнение? Владимир Викторович. Ну, во-первых, если уж мы начинаем пикироваться репликами, я напомню, что бывший депутат Государственной Думы, он там 2 или 3 срока был, Левченко сидел в Госдуме, и что-то мы его не слышали, в том числе и по поводу лесного кодекса. Ну, фракция Более того, не знаю, не знаю, факт. Не знаю. Вот я вообще не знаю его никаких законодательных инициатив в Государственной Думе. Вот. Это же не значит, следующий момент. Я не знаю вообще, что он сделал за те годы, когда находится у власти, для того, чтобы выйти законодательной инициативой по поводу изменения лесного кодекса. Вот я слышал другое от нашей губернской власти, что не надо тушить пожары. Поэтому я думаю, давайте оставим. Да, давайте вернемся к теме нашей трансляции. Федеральные проблемы, потому что нам здесь, согласен, Антон Васильевич, договориться невозможно. У меня своя позиция, у вас своя позиция. Хорошо, я согласен. Я уважаю вашу позицию. Да, я тоже так же уважаю. Поэтому Владимир Викторович, ну вот расскажите нам, кто такой кандидат Ружников? Вы знаете, я уже ответил, когда вы меня спросили, что я знаю кандидата Панькова, которого весьма такая непростая биография, и печать, и он попадал и в очень такие неприглядные ситуации. Но я знаю, что есть такой человек, который много делает. Вот. Что делает Ружников, многие другие депутаты, я не знаю. Вот я вижу, что они просто выясняют отношения. И мне кажется, большинство людей, действительно, которые находятся там, они приходят для того, чтобы представлять интересы каких-то групп влиятельных, в первую очередь у нас в Иркутске строительных компаний, корпораций. Ну, то есть человек бизнеса, да? Конечно, это вот то, что называется в Америке лобби. Но в Америке есть законодательство. Вот, оно предусматривает лоббирование. Вот, то есть то, что у нас называется коррупцией, у них считается лобби. Но, с другой стороны, это, по крайней мере, ясно и прозрачно. Угу. Вот. Антон Васильевич, вам известен кандидат, конечно, Ружников? Конечно. Ну, во-первых, я четко и совершенно ясно говорю нашим телезрителям, что я уважаю выбор избирателей. То есть все, кто попал в Думу, за них проголосовали избиратели. Других депутатов у нас нет и не будет в ближайшее время. Поэтому мы, конечно, должны, с одной стороны, этот выбор, во-первых, уважать, да, а во-вторых, контролировать со стороны, так сказать, наших избирателей деятельность депутатов для того, чтобы они выполняли свои наказы, обещания и так далее. Я знаю, что, если говорить о Ружникове, то это генеральный директор Нового города, насколько я понимаю. Вот и все. Это первое. Второе, он прошел очень сложную избирательную кампанию. Я знаю, что его пытались несколько раз по суду даже снять. Даже без комментариев. Нет, почему? Я говорю о том... Ну, вот какая... это новый город, вот и все. Ну, о чем ну, вы что значит это? Все? Ну, мы да, уже вот сказали, что человек бизнеса... Да. Новый город. У нас там половина бизнеса. Новый город. А теперь я вас спрошу, сколько стоит квадратный метр, который строит новый город? Нет, подождите, мы это опять... Это совершенно другая это тема. Это не другая тема. Хорошо. Хорошо, давайте тогда координируем. Нет, я думаю, что это другая тема. Хорошо. Сколько стоит квадратный метр земли в Иркутске? Вот. Уважаемые гости, давайте не будем между собой ругаться, чтобы конечно. Мы нет, сейчас, ну, вы все не ушли, вы и я не осталась одна. Да. Я просто говорю о том, что он, и вы спрашиваете, кто это такой вот, Владимир Викторович не мог ответить, я просто поясняю. Он хорошо ответил. Я поясняю ситуацию. Значит, он прошел сложную избирательную кампанию. Всего 3 пытались по суду снять с выборов. То есть он доказал, что, в общем-то, сбор подписей, он причем шел как самовыдвижение, собирал подписи. Это очень трудное дело. По себе знаю. Значит, он выдержал конкуренцию с очень известной, уважаемой женщиной, директором школы Тучковой, которая возглавляет Союз женщин, то есть авторитетная очень женщина, известная в Иркутске. Тем не менее, избиратели поддержали его. Поэтому он молодой человек, молодой бизнесмен, который заявляет свою какую-то программу. Я думаю, что проблемы строительной отрасли в Иркутске тоже есть, так же, как проблемы образования, так же, как проблемы здравоохранения, так же, как проблемы городского транспорта, их надо решать. И я думаю, что в данном случае
любой из этих кандидатов, он будет действовать, мы не можем априори говорить, что они будут действовать не на благо области или не на благо города, значит, они будут действовать, во всяком случае, и при нашем активном содействии, как избиратели города Иркутска, потому что у нас, как у гражданского общества, есть возможность и силы, и ресурсы для того, чтобы влиять на их решение. Владимир Викторович, хочу к вам еще обратиться. А вот Антон Васильевич говорит, что будут действовать новые избранные депутаты, новая избранная дума в интересах жителей. А вот в какие, может быть, направления нужно присмотреться вот, во-первых, по аналогии с прошлым составом? Во-первых, Антон Васильевич лукавит, потому что он прекрасно понимает, что существующее избирательное законодательство таково, что, во-первых, оно не позволяет осуществлять контроль за избирателями, во-вторых, право отзыва за депутатами, во-вторых, право отзыва практически не работает. Это один момент. Вот. Второй момент. На сегодняшний день избирательное право, и тут уже я становлюсь на точку зрения, которую должен был бы отставить коммунист, вот, или член фракции коммунистической партии, на сегодняшний день у нас избирательное право таково, что избирательный процесс опирается только на процедуру, и с другой стороны он является, естественно, цензовым. Вот руководитель какой-нибудь крупной корпорации, он может победить, потому что за ним деньги, потому что за ним влияние. А учитель школы победит только в том случае, если его поддержит «Единая Россия» или «Коммунистическая партия Российской Федерации», если этот человек действительно интересен как лоббист. Если не интересен, то, естественно, победит Ружников, который представляет интересы гигантской строительной корпорации. Поэтому, Антон Васильевич, вы как-то определились, вы коммунист или где? Я определился давно и скажу, что я поддерживаю позицию народовластия. Это первое. Второе. Ваша точка зрения, она абсолютно опровергается голосованием в Иркутской области. Голосованием в Иркутской области, голосованием в городскую думу. Вот удивительная вещь, я можно закончу? Удивительная вещь с иркутянами, я скажу. Это очень важно, на мой взгляд. Вот сегодня в голове у многих и в общественном сознании стоит каша. Вы как преподаватель это знаете по своим студентам. То есть, с одной стороны, это какие-то религиозные верования, с другой какие-то мистические, там верят в инопланетян, там, в покемоны, значит, в знахарей, там, в шаманов, во что угодно. Но когда приходит время голосовать и избирать кого-то, да, вот удивительным образом иркутяне делают выбор достаточно правильный. То, что вы говорите, что обязательно за победой должны стоять деньги или чьи-то какие-то интересы, это не совсем так. У нас очень много бизнесменов, которые шли в городскую думу, да, и проиграли, потому что иркутяне не оказали им доверия. Руководители крупных корпораций шли на выборы и проиграли. Ну, например, по нашему округу Корняков, ректор Политехнического института, 30 тысяч студентов, значит, преподавателей в своем округе проигрывает. Значит, и причем проигрывает с треском. Значит, у нас множество других примеров, когда, в общем-то, избиратели делают верный выбор и говорят, что вот этот человек нам не нужен по каким-то причинам. Другой разговор, что действительно, я тут с вами полностью согласен, что избирательное законодательство абсолютно несовершенно. Абсолютно. То есть, фактически, оно представляет из себя рынок. А вы чего хотите? В рыночной, как бы, стране это и избирательное законодательство, естественно, строится по рыночному принципу. У нас трудовые коллективы, которые когда-то определяли состав представительных органов власти, они отсутствуют, они не наделены правом соответствующим. Территориальные организации, ТОСы, они не могут выдвигать своих людей на выборы. Ну и соответствующим образом не могут быть созданы избирательные блоки. Ну, я могу очень много перечислять недостатков действующего законодательства. Но при всем при том, я говорю о том, что мудрость вот, населения города Иркутска, она вызывает восхищение. Антон Васильевич, ну, ваш пример вообще некорректный. Почему? Вы сказали про ректора вуза, заслуженного человека, который проиграл. Но да. Он-то какое отношение имеет к бизнесу? Он бюджетник. Нет, я говорю о том, что он руководитель крупной организации. Он руководитель организации, но он не бизнесмен. Он не может осуществить подвоз, не может заплатить деньги избирателям. Ну, о чем вы говорите, Антон Васильевич? Вот, кстати, нам показывают просто смешно. Ага. Просто смешно. Угу.
Знаете, а вот у меня такой еще вопрос. А возможно сейчас в Иркутске вернуть прямые выборы? Конечно, возможно. И как это сделать? Если, понимаете, если мы исходим из того, что Конституция – это все-таки прямой и непосредственно действующий основной закон государства, а там прописано, что единственным источником власти, суверенным является народ. Значит, вместо того, чтобы подписывать вот этот совершенно идиотический закон, вот, губернатор мог наложить вето и хотя бы дать нормально избраться по существующему закону Бердникову. Ну вот сейчас, как вы? Далее. Почему нет? Вот он до марта будет исполнять обязанности. Угу. Почему бы не выступить с законодательной инициативой? То есть можно еще до марта, а да? А почему нет-то? Антон Васильевич, Антон Васильевич, да, можно еще вот до марта. Вот это депутат, конечно, конечно. Депутат, причем уважаемый депутат, угу. Несмотря на все наши расхождения. Я заметила. Вот, но если я уважаю человека, это не значит, что я с ним должен соглашаться, да? Но я вот уверен, что как раз вот такие люди, они могут повернуть колесо истории вспять. Антон Васильевич, а депутаты сейчас могут с какой-то инициативой выйти? Значит, я проясню ситуацию. Во-первых, я, конечно, всегда последовательно выступал за прямые выборы. Больше того, когда был предложен и принят закон, написанный на коленке, вот этот закон, он несовершенен. Но там, я так понимаю, не прописаны ни требования к кандидатам, да? Вот, то есть, да. Вообще. Больше того, он сомнителен, потому что надо принимать еще один дополнительный закон для того, чтобы этот закон заработал. Но вот, чтобы было понятно нашим уважаемым телезрителям, там прописано, что вопросы состава конкурсной комиссии, численности конкурсной комиссии, критериев отбора, вот отбора, да, это все решает Дума. Значит, но у Думы нет таких полномочий. Каким образом урегулировать вопрос об участии правительства и губернатора в этом самом? То есть это сейчас нужно в устав Иркутского вносить? Это надо в устав, да, это надо принимать, то есть это невозможно уставом отрегулировать. Это нужен областной закон, я так во всяком случае считаю. Но это еще, можно я вот ставлю сразу вопрос, это возможно сделать до марта? Конечно, возможно. То есть возможно, да, если вот, ускориться, понимаете, да? Вот я закончу мысль, значит, это очень важно. Так вот. Когда этот закон был принят, то есть вот в спешке, значит, я, как вы, предыдущий закон, имеется в виду, когда из состава депутатов избирали мэра, я пошел в Конституционный суд и сказал, что это неконституционно. В Конституции 131 статья говорит о том, что местное самоуправление, то есть сообщество, решает вопросы местного самоуправления самостоятельно и под свою ответственность. Вопросы структуры местного самоуправления, то есть это очевидный факт. То есть в Конституции было так записано, и сейчас записано так. Вот я пришел в Конституционный суд, говорю, так нарушены мои права и права жителей Иркутской области. Почему депутаты законодательного собрания должны предписывать жителям форму наделения полномочиями главы? Это пускай само сообщество определяет, местное самоуправление, органы местного самоуправления. Конституционный суд мне сказал следующее. То есть это решение Конституционного суда, что да, написано, что местное самоуправление самостоятельно, то есть поселения, городские округа и, городские и сельские поселения, да, значит, они самостоятельны. Но у нас же Иркутск это не городское поселение, это городской округ, и поэтому он не совсем местное самоуправление. То есть лукавство Конституционного суда было вот таким. И, к сожалению, этого пока не оценивается. Но самое интересное всего, я говорю, так хорошо, когда писали Конституцию, не было понятия городской округ. То есть под этим подразумевалось как раз именно городское сообщество, то есть пешая доступность людей, которые избирают свой орган власти. На это Конституция, ну, завтра придумают какой-то там городской округ, потом какой-то областной округ, там районный округ. Новое понятие введут, да, и скажут, что а там вот местное самоуправление не совсем работает. То есть я думаю, что вот изощренность, так сказать, держателей власти сегодня такова, что они придумают массу всяких разных ходов для того, чтобы эту власть не упустить. Владимир Викторович хочет ремарку, да? Вы знаете, вот Антон Васильевич. Наконец-то! Наконец-то, на самом деле. Вот, мы давно знаем друг друга. Вот, на самом деле, да,
Я всегда говорю, но теперь уже и по поводу того закона, который приняла сейчас, приняло законодательное собрание, да, я говорю, а как вообще может быть? Какая-то комиссия и люди от губернатора. Подождите, в Конституции прописано, что есть три ветви государственной власти, да, есть уровни власти, и есть местное самоуправление, которое не является государственной властью. Поэтому вообще какого черта губерния, неважно, любите вы этого губернатора, нет, не там любите, красный, неважно, зеленый, неважно. Он не имеет права вмешиваться в дела. Это наш, я бы даже сказал так, это институт гражданского общества, местное самоуправление. Вот все, говорят, институт что-то там придумывает. А я говорю, а в России на сегодняшний день только один есть действующий институт гражданского общества. Это организованная преступность. Потому что у нее свои цели, законы, нормы, язык. Это и корпорация, она не зависит от гражданского общества. И не зависит от власти. Так вот, и теперь вот местное самоуправление мы хотя бы должны на уровне этой организованной преступности поставить. Я думаю, что организованная преступность срослась с властью. Ну, тем не менее, она использует власть в своих целях. А что касается, понимаете, мы, нас сколько там, 600 тысяч, да? На 600 тысяч в городе. Ну, неужели действительно это университетский центр? У нас несколько университетов, у нас театры. У нас все есть, замечательные заводы, да? И почему-то кто-то должен нам сверху, я считаю, это вообще антиконституционно, почему я пожимаю вам руку, причем тут это наша власть, это наше самоуправление, мы должны сами в нем определяться, и мы имеем право, оно давно Конституцией есть, поэтому я считаю, что вот эти законы не нарушают Конституцию. Абсолютно. Я не знаю, что там конституционно, к сожалению, я на вашей стороне, а не конституционного суда. Я говорю о чем? О том, что я глубоко убежден, что моя позиция была абсолютно правильной, и когда-то она восторжествует, это первое. То есть мы вернем в Иркутск прямые выборы мэра. Когда, Антон Васильевич? Значит, вот это можно сделать в любой момент. Была бы воля, соответственно. Была бы политическая воля. Ну, вот, скажите, вот примерный алгоритм, например, как должно вот это выглядеть? Кто должен... Получится закон. Значит, закон, а кем он может быть внесен? Депутатами, значит, Думой городской, органами местного, прокуратурой, судом, то есть те, кто обладает правом законодательной инициативы, губернатором. Это первое. Кстати, политические партии. Антон Васильевич, ну вот был же, можно еще, то есть был же закон, ну то есть проголосовали против, а вот нет ли вот этой вот... Ничего подобного, то есть никакой там особой проблемы нет. Сейчас нет такой вероятности, что опять он появится в повестке и опять проголосуют против? Конечно, есть вероятность такая. И до какого момента его... Ну до тех пор, пока его не примут. Пока не примут. Почему я так говорю? Потому что сегодня фактически нет крупных областных центров, краевых, так сказать, центров, да, республиканских, где верховная власть допускает прямые выборы. В этом проблема. Почему так? Потому что крупные города, вот если посмотреть вектор развития общества, да, то этот вектор идет от малых городов к крупным городам. То есть вот куда направлен этот вектор, да, туда и идет все общество. И фактически в крупных городах сегодня зреет недовольство существующим положением дел. Это значит, недовольство будет нарастать. Дать возможность крупным городам выбирать свою власть самостоятельно, это поставить под сомнение власть олигархов. Потому что олигархов в крупных городах нет, они все там. Значит, мы знаем, где они находятся, да? Ну, я имею в виду за границей, да? Ну, а это мы тоже тему опустим. Да, да, да. Но важно-то другое. Что поток денег, он идет от провинции к центру, то есть туда уходит все это дело. И, конечно, на пути этого потока денег должны встать мэры территории, должны встать городское сообщество, городские думы и, конечно, губернаторы и законодательное собрание. К сожалению, пока этого не происходит. До тех пор, пока население, в общем-то, не обретет самостоятельно, ну, как бы, оно не институализируется в виде вот таких сознательных городских объединений, в том числе избирательных, институтов гражданского общества, которые будут выражать свою волю. Владимир Викторович, а вы-то верите, что будут прямые выборы мэра в Иркутске? Что они когда-то вернутся? Нет, я убежден, потому что, знаете, вот я лично выступаю за политическую стабильность. Вот, и только не на кладбище. И эволюционный путь развития. Поэтому я считаю так, не надо дразнить избирателей, не надо дразнить людей, не надо постоянно обманывать их. Есть на самом деле законодательство, это законодательство вполне возможно
использовать для того, чтобы недовольство обратить в юридически обоснованное русло. Во всяком случае, зачем, этот конфликт решать правовым путем. Я всегда говорю, вам нужны Майданы, или вам нужно, чтобы пришли избиратели, они выбрали какую-то власть. На самом деле, все мы представители одного сообщества. Да, ты коммунисты, там Единая Россия, кто-то там еще, там гражданская платформа, и Россия, там ЛДПР, мы люди все, которые заинтересованы в том, чтобы общество развивалось. Зачем создавать какие-то анклавы недовольства, которые не могут воплотиться в юридическое решение? Вы знаете, да, я бы сказал так. Я за то, чтобы граждане имели право самостоятельно принимать решения и нести ответственность за эти решения. То есть, ну, я еще раз просто повторюсь по иркутянам. Значит, иркутяне, иркутские избиратели, иркутские жители, да, они народ очень обучаемый. Если они ошиблись, да, они могут поправить эту ошибку. Мы это видим неоднократно. Значит, меняется состав, тот же самый Дума наполовину изменилась, да. То есть, видимо, кто-то не оправдал доверие, значит, да, иркутян, значит, они проголосовали против. Поэтому, если они даже примут решение и ошибутся, значит, они эту ошибку исправят. То есть люди будут, в общем-то, тренироваться. То есть их культура, так сказать, политическая, да, и сознание будет расти. И, ну, на этом мы стоим, потому что у нас нет других граждан. То есть мы только должны на собственных ошибках учиться для того, чтобы принимать правильные решения. И вот чем выше эта культура, чем выше уровень знаний, чем выше опыт, то есть лучший опыт, тем, значит, будет лучше наша жизнь. В этом смысл состоит. А когда за нас приходит кто-то решать сверху там или снизу, а отвечать нам, потому что, что бы ни говорили, какие бы решения там ни принимало законодательное собрание, Москва там или кто-то, отвечать-то нам, жителям Иркутска, потому что нам здесь жить. В этом смысл. И, конечно, в таком случае, если мы несем главную ответственность, мы должны и принимать решающую роль в принятии решения. Нет, на самом деле, опять же, да, вот уже теперь небольшое противоречие. Он ведь по натуре сенсей, он по натуре учитель. Он по натуре человек, который пытается свое отношение к жизни передать людям. Вот, поэтому мне кажется, что движение должно быть и снизу, и сверху. Власть на самом деле должна не узурпировать свое право на канализацию информации и подачу ее в пропагандистско-агитационном духе. Конечно. Она должна давать возможность высказываться таким, как людям, как он, Антон Васильевич, другим людям, которые не согласны, потому что, Владимир Викторович, например... Все, конечно. Вот нам дают возможность нет, нашей телевидения. Нет, так это очень здорово, это очень здорово, потому что, вот, например, на протяжении многих лет Антон Васильевич издавал газету «Терминатор», да, и там было выражение Конфуция. Давайте возвращать словам смысл. Ну, там, ну, там вы говорите правду, и зло рассеется. Да, 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 да. Понимаете, в чем штука. Поэтому вот этот вопрос политической культуры, он на самом деле чрезвычайно важен. И когда Антон Васильевич говорит, давайте им отдадим на откуп, нельзя. Не, я не нельзя, говорю, потому я что не говорю. Народ может и на Майдан выйти, и знаете, это тоже будет воля народа, как сейчас говорят украинские власти. Вот ни мне, ни вам это не надо. Вам надо все-таки эволюционно. Мы согласны с этим. Я говорю о том, что... Вот, то есть, я хочу подчеркнуть. Роль, нет, подождите, и здесь роль таких, как вы, то есть депутатов, она чрезвычайно высока. А они что делают? Они себе эту роль сбрасывают. Именно вождей, учителей, людей, которые... обучают общество и приходят для того, чтобы решать свои корпоративные интересы. И вот сейчас то, что мы видим на самом деле, где там принципиальные споры? Там на самом деле в голове совершенно другие вещи. Мы же вещи. Говорили об этом, о том, что нет программы, нет позиции. Вот именно. А вы говорите, что выбрали кого надо. Да нет. Выбрали тех, кто, у которых на самом деле программа написана в другом месте. В корпорации. Я говорю о том, что... кого выбрали, того выбрали. Люди ошиблись, предположим. Если они ошиблись, они поправят эту штуку. Значит, но процедура, вот в чем я согласен, Владимир Викторович, процедура, она должна соблюдаться строго. Ну, а если, так сказать, вернуться к Конфуцию, то он говорил, пускай процветает 100 школ, значит, пускай цветут все цветы. Значит, любые разумные вещи, которые генерируются в обществе, они должны быть не просто востребованы, они должны быть реализованы. Это и в русской почвенической традиции, да, вот это-то, и Розанов, и до него Леонтьев. Леонтьев так и говорил, пусть расцветают все цветы. Конечно. Антон Васильевич, хочу еще спросить у вас, какие настроения-то сейчас в законодательном собрании, вот после принятия этого законопроекта о сети менеджмента? Я, честно говоря, думаю, что в законодательном собрании еще...
до конца не осознали. Не поняли. Да. Потому что вот в любом случае. Что они натворили, да? Да, в любом случае, вот эта конфигурация, тут я отчасти с Владимиром Викторовичем согласен, она исходит из того, что будет в следующем году, в 2020 году. В 2020 году выборы губернатора. И, конечно, вот эту позицию. Ну, а если уж по большому счету, то что будет в 2024 году, когда будут выборы президента? Угу. То есть и те люди, которые выстраивают конфигурацию, они смотрят, кому это выгодно, в каких, то есть в какой политической игре будут более сильные позиции. То есть в чьей политической игре будут более сильные позиции. Угу. При этом забывая, что самое главное, я тут абсолютно тоже согласен, главное в этой игре не потерять доверие избирателей, доверие народа. Доверие. Ну вот как его не потерять? Тут конечно. Уже вот какой-то дисбаланс. Ну, тут опять же, понимаете, вот к сожалению, да, вот эта вот государственная власть, имеющая несколько этажей, она давит. Абсолютно конечно. Согласен. Почему, скажем, даже «Единая Россия» так везде просела? Потому что это идиотский пенсионный конечно, закон. Конечно, вот почему. Кто конечно, Путину это... Конечно. У нас огромный профицит. То есть я вот считаю, его подставили. Вот эти его либеральные экономические советники, они просто его подставили. А теперь они не знают, что им делать. И вот теперь во все тяжкие пускаются. Mm-hmm. Давайте как-то поменяем вот это законодательство, как там соберем эти силы. Они не соберутся. Потому вот, что, к сожалению, потому да. Что, да, потому что... Нет базы. База – это улучшение. То есть вот, опять возвращаясь к Конфуцию, он говорит, что власть вообще, то есть оценить власть очень просто. То есть хорошая власть или плохая. Если рождаемость превышает смертность, значит власть хорошая. То если есть смертность, про товарища Сталина. Если смертность превышает рождаемость, то значит, извините, власть плохая. То есть логика такая. Если люди рожают детей... Если они надеются на будущее, если, в общем-то, у них есть работа, у них есть перспективы, у них есть желание соответствующее, есть время, которое можно посвятить семье, там, отдыху и досугу и каким-то другим, ну, для саморазвития, в конце концов, это хорошо. А ежели у нас сегодня рождаемость падает, если у нас численность населения падает, значит, оценка власти какая? Значит, она идет не тем путем. То есть и здесь, на мой взгляд, поскольку уже который год вот эти самые доходы населения падают и уровень жизни падает, то, конечно, оценка власти, она отрицательна. Поэтому, на мой взгляд, сегодня нужно не заниматься вот такими какими-то интригами, а улучшать жизнь людей. И власти конечно. Тебе скажут спасибо. То есть люди тебе скажут конечно, спасибо. Абсолютно. Антон Васильевич, ну вы нам можете абсолютно. В этой студии пообещать, что вы-то будете бороться за возвращение? Конечно, Кремль, конечно, Кремль. Конечно, конечно. На законодательном уровне. Не просто буду, значит, я всегда считал, что у меня вот... Ну еще как-то подбадривай своих коллег если по законодательному если что-то есть, да, то только доверие наших иркутян. Значит, если как бы какой-то вот политический капитал или опыт, это доверие тех людей, которые за меня голосуют и поддержат. Поэтому я не могу обмануть жителей города. Естественно, буду отстаивать эту позицию. Я думаю, что возможный вариант это внесение законопроекта с какими-то видоизменениями, за которые... А скажите, а когда его можно внести? Например, его можно внести хоть завтра. Значит, никакой проблемы там нет. Речь идет о том, чтобы сформировать коалицию, которая за него проголосует. Ну вот. То есть а если пойти таким путем и клич бросить в народ? Да, так и бросьте клич. То есть логика такая. Ну, конечно, конечно должны... Я думаю, вы подпишетесь, и я... Может быть, проведен референдум. Вот давай. Да, кстати, я и хотела про референдум тоже спросить, что... То есть, возможен и референдум, да, вот по этому вопросу? Да, конечно, это... Вопрос такой, да. Ну, на самом деле, для этого нужны там достаточно серьезные ресурсы, потому что, как вы сами понимаете, провести референдум это... Ну, Кружников пойдите, пусть новый город даст денег. Уважаемые гости, вот мы сейчас переключаемся на мою коллегу Ирину Белогривую. Она сейчас пообщается с Виталием Николаевичем Матвейчуком и спросит у него, почему... Почему же он снял свою кандидатуру с председателя Думы? Очень давайте посмотрим, очень послушаем. Интересно. Итак, процедура тайного голосования за председателя Думы уже идет. Тайное голосование проходит в соседнем кабинете. Прямая трансляция из тайной комнаты видна в зале заседаний. И сегодня, сейчас уже рядом со мной стоит Виталий Николаевич Матвейчук. Он уже успел проголосовать. Виталий Николаевич, скажите, пожалуйста, при выборе будущего председателя, на какие качества вы все-таки смотрели? Выборы будущего председателя я считаю, что должен быть честный человек, молодой.
и перспективной для города Иркутска, чтобы действительно вырасти потом в мэры. Мы знаем, что будет институт сити-менеджера, что, возможно, этого человека избрать как раз и в сити-менеджера, и будущие мэры. То есть оба кандидата подходят, но процедура тайная, к сожалению, не могу вам раскрыть своего выбора. Я и не спрашиваю вас об этом. Виталий Николаевич, подскажите, пожалуйста, вот во время избирательной кампании вам наверняка поступали многие наказы от жителей. Какую политику ваша фракция будет проводить в городской думе? Жители, конечно, обращались у нас по поводу и медицины, и образования. Но медицина – это не полномочия города, но город может помогать медицине в том смысле, что предоставлять квартиры врачам, первый взнос на ипотеку. То есть я считаю, что наша задача сейчас – это наладить, конечно, и образование, и помочь медицине развиваться в городе Иркутске, чтобы врачи не думали, как заработать себе на квартиру, а именно работали и думали, как помочь пациенту. Спасибо большое, Виталий Николаевич. Я напоминаю, что у нас в прямом эфире был Виталий Николаевич Матвейчук, избранный депутатом городской думы 7-го созыва. Ну что ж, послушали мы Виталия Матвейчука. Можете как-то прокомментировать? Я думаю, что дума городская и вообще органы представительной власти – это удел старшего и среднего поколения. То есть молодые должны проявлять себя и в исполнительной власти, и в деле, и в обществе, то есть активными действиями. А все-таки здесь писать законы или писать нормативные акты, соответственно, это надо предвидеть, обладать чувством предвидения. Для этого, конечно, подходят люди, которые имеют жизненный опыт. Но вот такова мировая практика вообще. Что касается позиции, что вот надо избирать такого человека, который бы стал сити-менеджером, а потом мэром, на мой взгляд, это тоже неверно. Потому что только что было сказано в ходе заседания Думы о том, что все-таки Дума – это самостоятельный орган, который должен выполнять контрольные полномочия, который должен следить за коррупционной составляющей расходования бюджетных средств, что, к сожалению, у нас не является каким-то эксклюзивом или исключением. Да? Дума должна разумно планировать развитие города, значит, соглашаться или не соглашаться с инициативами мэра. И поэтому здесь должен быть самостоятельный, авторитетный человек, который пользуется уважением горожан, и тогда это будет на благо города. Угу. Владимир Викторович, есть что добавить? Я абсолютно согласен. Во-первых, лучше бы Матвейчук вообще не выступал, потому что он только подтвердил мою позицию, что избираем черт знает кого. Вот, потому что вы меня спросили, я ответил. Я поняла. Вот, потому что, действительно, те слова, которые он сказал, они абсолютно нелепы и соответствуют только его неопытности, возрасту и, наверное, неумению работать. Потому что мы вот перебросились тут действительно словами. Во всем мире сейчас вообще-то погоду делают люди, которым далеко за 70 лет. Вот, с этой позиции мне непонятно и визги наших либералов. Давайте поменяем Путина, потому что ему 65. Вы когда говорите «поменяем Путина, потому что он выполняет вот такую-то экономическую программу», я буду спорить, соглашаться. Но когда мне говорят «уберите человека, потому что он такой старый, сильный, здоровый, да, рыбу ловит, там, медведя и так далее, потому что вдруг какой-то там Навальный появился». Это то же самое. Это то же самое. Я абсолютно согласен с тем, что должно быть все-таки разделение властей, должны они друг друга контролировать. Они должны друг другу быть в определенной степени пугалом. А ты не заворуйся, потому что я посмотрю и пришлю тебе какую-то комиссию, да? Ну, конечно. Вот. И удел, конечно, депутатов составить грамотный бюджет, вот. Поспорить с мэром, какие статьи являются приоритетными. Угу. Потом мэр должен это все выполнять. Конечно. И, естественно, и Дума должна с него требовать. Неукоснительного соблюдения. А он может обращаться к людям и говорить, что у меня такая дума, она держит меня, вот вяжет по рукам, да, и по ногам. И тогда будет работа. А вот это что? Отдавайте человеку, у него будут и представительные функции, и исполнительные функции. Да, исполнительные функции. И контрольная функция. Это что вообще за ерунда? Вот таких депутатов избрали ваши, наши и уважаемые всеми сограждане. Ну, то есть это то, как раз о чем вы говорите, что человек должен быть настолько опытный и... Конечно. А если даже, понимаете, не хватает опыта, промолчать. Тут я еще просто, возвращаясь к выборам, скажу, что меня, например, вот в этих выборах возмутило и покоробило то, что
в состав депутатов городской думы были выдвинуты руководители муниципальных унитарных предприятий, то есть бюджетополучатели. Те люди, которые исполнять должны бюджет и которые должны контролировать за расходование средств. То есть фактически они будут исполнять функции и расходовать бюджет, и сами себя будут контролировать. Это же неправильно со всех сторон. Хорошо, что многие из них не прошли в Думу. Значит, это уже как бы мудрость тех же самых избирателей. Но вот, безусловно, должны были пройти те люди, которые могут четко и совершенно ясно следить за исполнением бюджета и других функций исполнительной власти с учетом интересов избирателей. В этом как бы главная задача. Поэтому, ну, понимаете, это главное качество, это честность. А вот здесь, и Антон опытный. Васильевич, я вам напомню, что вы большой сторонник советской власти и да. говорите о том, что ее надо возвращать. И я с вами согласен хотя бы в том, что любое представительное учреждение должно представлять интересы всех групп населения. 100%. Понимаете, должен быть представитель от студентов, условно говоря, от учителей. Ну, опять же, наверное, чтобы как раз-таки и продвигать, чтобы, например, студенческие вопросы. Конечно, да, вот корпоративная какие-то. Такая демократия. Кто-то должен представлять интересы строительного бизнеса. И действительно, не и надо как врать. Раз разбираться еще и в конечно, этой сфере, чтобы знать, какие конечно, там конечно, и не надо врать, что я прихожу для того, чтобы кого-то там голодных накормить. Он приходит для того, чтобы получить кусок земли на Чертугеевском заливе и построить там. Вот. И мы должны... вы, кстати, ходили на выборы 8 сентября? Ну, конечно, я всегда конечно, хожу конечно, на выборы. Конечно, да. Здесь Владимир Викторович коснулся очень важного вопроса. Вопроса управляемости общества. Вот чем была хороша советская система управления? Там вот было в городе 150 депутатов. 150, то есть не 35. И они в полном соответствии с теорией, так сказать, и практикой, да, советов, они представляли все слои общества. Ну, если грубо говорить, да, и просто... то они могли по любому вопросу, касающемуся жизнедеятельности общества, да, дать в нулевом приближении решение. Вот их собрать, как вот говорили, партхозактив, да, соберите его, да. Вынесите любой вопрос. Они обсудят, они там переговорят, и они выдадут в нулевом приближении, даже в первом приближении, решение приемлемое. К сожалению, сегодня это не так. У нас баланс, вот этот социальный механизм управления, он разрушен. Потому что 35 депутатов, которых избрали, сегодня не только не представляют интересов всех слоев общества, они не знают, как, то есть многие проблемы они просто не знают, как решить, потому что они этого не касаются. У нас в этом, так же как, кстати, 45 депутатов законодательного собрания, они не представляют всего объема, так сказать, вопросов в области. И свои же только. Да, и результат какие? У нас целые сферы деятельности остаются неурегулированными. Больше того, таких знаний нет ни у мэра, ни у губернатора, потому что ну, на смену вот этому социальному механизму управления должен прийти был аппаратный механизм управления, когда там в ситуационной комнате скапливаются все материалы, там, условно говоря, статистические, там, ситуационные и прочее, для того, чтобы принимать управленческие решения. К сожалению, и этого механизма нет, он не создан, потому что у нас нет сигналов от общества, у нас нет сигналов от экономики. Но перебор, насколько я понимаю, вот в урегулировании вопросов как раз от, будем так говорить, от финансово-коммерческого сектора. Сегодня финансисты и банкиры задавили всю ситуацию, потому что ни бизнес, ни граждане, ни какие-то отрасли производства или сельского хозяйства, они не могут развиваться, потому что слишком дорогой вот этот процентный кредит. Коллеги, можно я опять перебью? К моей коллеге Ирине Белогривой подвели какого-то депутата, который выразил свое мнение в тайном голосовании. Давайте послушаем. Процедура выбора будущего председателя городской думы все еще продолжается. Свой голос уже отдала Антонина Михайловна Корочкина. Антонина Михайловна, скажите, пожалуйста, вот по сегодняшнему первому заседанию, зная уже состав будущей думы, как будет строить дума отношения с администрацией города? Борьба или все-таки взаимодействие? Я считаю, никакой борьбы быть не может. Мы должны взаимодействовать для того, чтобы конструктивно принимать решения, слышать друг друга и помогать друг другу. Как вы думаете, вот уже по первому заседанию вам удается найти общий язык? В любом случае придется все равно находить консенсус. Спасибо большое. Я напоминаю, что на прямой связи с вами Ирина Белогривая из администрации города Иркутска. Прокомментировал. Да, спасибо, да, Антон Васильевич, пожалуйста. Прокомментировал это заявление. Конечно, администрация и депутаты, то есть городская дума, должны находить общий язык, но этот общий язык должен быть в интересах населения.
То есть она забывает об этом. Иногда можно найти общий язык за счет интересов населения. Ну, мы об этом уже, да. В каком-то моменте говорили. Ну, так понимаете, когда человек говорит вот такие вещи, значит, ну, двояко можно понимать. Я надеюсь, что они понимают то, о чем говорят. Хотелось бы в это верить, во всяком случае. Не знаю, потому что... Вот если провести такой, знаете, филологический языковый анализ, да. Я сказал консенсус. Вот вы русский человек. Да. Ну, в смысле, россиянка. Да, россиянка, да. Да? Носитель языка, важно, да. Да, носитель языка. Вы тоже россиянин. Конечно, конечно. Я тоже россиянин. Да. Зачем мне слово консенсус? Согласие. Понимаете, зачем мне? Вот когда вы сказали консенсус, это все равно, что сказать демократия. Угу. То есть демократия на мою никак вот, да, вот психику не давит. Вот, мне говорят, у нас демократия, ну, может быть и демократия, но когда мне говорят, у нас народовластие, я, естественно, с этим не соглашусь, потому что его нет. Конечно. На практике, да, да. Понимаете, поэтому, когда мне говорят, консенсус, толерантность, что толерантность, он это, кошку за хвост таскает, а я должен согласиться с тем, что он ее должен не больно потаскать, нет, я ему в морду дам. Какая тут толерантность? Вы знаете, вот есть... Антон Васильевич. Да, да, я согласен с этим. Я согласен вот с чем. Ну, а вот это же слово «сити-менеджер», например. И ну, «сити-менеджер» в том-то и дело, что сначала мы у должны... Нас нет, понимаете? Должны сквозь эти... Продраться сквозь смыслы. Да, а как вообще? Как мэр, откуда был бы появилась? Городской голова, кто-то... да? Да, да. Был градоначальник. Городской голова, градоначальник, да. Кто-то тогда... из вас знает, откуда вообще пошло вот это слово «сити-менеджер»? Ну, конечно, это зарубежная практика. А в том-то и дело, что набрали, а... Ну, просто я к тому, что у них-то это все настолько отработанная так, схема. А у них и своя практика, да, у них и своя теория, у них свое законодательство. Тоже в Англии это сити-менеджер, это на самом деле это не наше право. Наше право континентальное, оно законодательное. Вот, к сожалению, у нас а у них может. Прецедентное. Mm-hmm. Вот можно я проясню эту ситуацию? Конечно. Дело в том, что у нас вот модель сити-менеджера в стране не прижилась нигде. И не будет она, к сожалению, приживаться, или к сожалению, или к счастью, потому да, что у нас не может быть, понимаете, ну Путин правильно сказал, вот, во многом с ним можно согласиться, что у нас не может во главе государства сидеть размазня, или человек с недостаточным объемом полномочий. То есть все равно Россия как бы вот этого не терпит. И в городе должен быть градоначальник. Градоначальник. Конечно. Градоначальник. Да, это человек, который, в общем-то... Собственно, как испокон веков. Да, вот, да, понимаете, да, так, нет, да. Голова там... Понимаете, да. Да, но он, будучи градоначальником, не только права большие имеет, он сразу несет ответственность. Конечно, конечно. А какую ответственность несет сити-менеджер? А, кстати, какая население его менеджер? Не избирало раз, да. Депутаты фактически не избирали два. Два. То есть какая-то вы хотите комиссия... сказать, что у человека ответственность... Конечно, конечно, хорошо, конечно. Выполняет какие-то решения, значит, непонятных групп лоббирования, значит, да. Уходят со с деньгами, с мешком. Угу. Антон Васильевич, Владимир Викторович, еще у нас один депутат готов высказаться, давайте послушаем его. Давайте. Отмашку дадут? А вопрос-то в чем будет? На связи снова мы из администрации города Иркутска, и ко мне в прямом эфире присоединился депутат городской думы Иван Анатольевич Гущин. Иван Анатольевич, это не первый ваш созыв. Скажите, на ваш взгляд, какие болевые точки в Иркутске требуют вот сейчас наиболее пристального внимания? Болевые точки Иркутска или думы? Работы думы направлены на улучшение обстановки в городе. Есть три главные проблемы, которые на сегодняшний день. Первое. Нерешенные проблемы внутри Думы, так как нас 18 человек из старого созыва. Второе. Мы работаем по формуле 96-го года Дума на сегодняшний день. Необходима реформа. И третье. Необходима консолидация Дума, администрации Иркутска, правительства Дума. Вот тогда вопросы будут решаться все по благоустройству, строительству и иных вопросов, связанных с жизнедеятельностью города. Так что вот так. А что вы считаете, в Иркутске нужно развивать прежде всего? То есть на что обращать? Вы знаете, развивать на все. И социалку, и жилищное строительство, и дороги. Вопросы есть и будут. Это организм. Город – это организм. Надо что-то делать, лечить, строить и так далее. Ну, наблюдая состав нынешней Думы, как вы думаете, вот те болевые вопросы работы Думы, которые вы обозначили, будут решены? Будут вот этим решены созывом? Однозначно. И новый состав, который пришел, я думаю, он быстро встанет в строй, и мы все совместно будем много что-то делать. Спасибо. Я напоминаю, что на прямой связи со мной был Иван Анатольевич Гущин.
Ну что ж, спасибо Ирине. Мы ждем, что, может быть, еще кто-то из депутатов, вновь избранных 7-го созыва, захочет высказаться до того, как нам объявят результаты тайного голосования и назовут таки имя спикера городской думы Иркутска. Уважаемые коллеги, ну, есть у кого-то желание прокомментировать слова у депутата Гущина? Ну, наверное, уже все избиратели услышали, и все наши иркутяне телезрители услышали, да, что депутаты в своих комментариях и опытные, и не очень опытные забывают про население. То есть консолидация должна быть с населением, ну, с интересами о том, населения. О чем мы, да, уже сказали. То есть это называлось в советские времена, называлось морально-политическим единством. Mm-hmm. То есть когда, в общем-то, власть отражала интересы общества. А когда, в общем-то, мы консолидируемся внутри Думы, значит, против кого? В чьих интересах? То есть мы же видим, что интересы во многом противоположны, но интересы банкиров, они прямо противоположны интересам промышленности, тем более интересам населения. Интересы фирм, которые там сидят на Западе и качают ресурсы туда, прямо противоположны интересам горожан. Значит, с кем консолидироваться? То есть вы хотите консолидироваться с теми, кто, значит, в наш карман залез? Значит, наверное, это не совсем правильная консолидация. Поэтому позиция депутатов, она должна быть совершенно четкой. Мы будем консолидироваться с правительством, мы будем консолидироваться с мэром, мы будем консолидироваться с исполнительной властью в том случае, если она будет действовать в интересах населения. А если нет, мы с ней будем спорить, поправлять в конце концов, да? А если надо, и в общем-то. Ну вот мы уже говорили, да, про опыт вот именно в политике. А многие же депутаты в Думе уже не первый созыв там. Ну и вот, то есть они не приобрели этот опыт или не захотели приобрести этот опыт? Как вот здесь вот расценить? Ну, я думаю, что как раз это одна из иллюстраций, то, что мы сейчас услышали, того, что можно действительно проходить неоднократно в законодательную власть и при этом не понимать суть того вообще, почему ты и зачем здесь находишься. Mm-hmm. Потому что, ну, то, что сказал Антон Васильевич, это действительно, на самом деле, понятна всем формула. Тебя избрали, чтобы ты представлял интересы. Ты не можешь сказать что-то конкретное по каким-то сложным вопросам. Ну вот сказал бы, вот у меня там, я не знаю, на улице света воды нет. Обратился к людям, они помогут тебе сказать. Я буду требовать того, чтобы мэр там помог мне сделать, потому что не первый здесь уже созыв, и все жду, а он... Предусмотреть в бюджете решение этих вопросов. Конечно, и было бы все понятно, и не надо тут умничать, и не надо быть политиком. Кстати, я абсолютно убежден, что депутат муниципалитета не является политиком. Вот, скажем, когда человек находится в законодательном органе власти, он уже политик. А здесь ты в первую очередь помощник людям для решения житейских проблем. Конечно, это вот представительская функция. Конечно, ты представляешь интересы, и твя задача вот пробить деньги для того, чтобы они пришли на твой участок, да? Так ведь, Антон Васильевич? Вот Иван Анатольевич сказал очень сакраментальную фразу: давайте развивать все. Но все не получается. И пряников на всех не хватает, к сожалению. Значит, надо избирать приоритеты. Вот поэтому я вспомнил Шарикова, который произносил тост: давайте, чтобы всем. Что всем? Так, да, у нас есть еще один депутат, как я и говорила, который хочет высказаться, послушаем. По выбору председателя Думы. Мы продолжаем нашу работу, и сейчас на прямой связи к нам присоединился Михаил Георгиевич Гущин. Михаил Георгиевич, здравствуйте. Это ваш... Отставить корни. Корни, простите, волнуемся все тоже. Михаил Георгиевич, это ваш уже 6-й созыв. Вы один из самых опытных политиков в этом смысле. Как вы считаете, каким образом новой Думе необходимо сейчас строить взаимоотношения с властью? На что нужно обратить внимание в городе прежде всего? Строить надо на основе добрососедства, будем так говорить, четкой планомерной работы. Потому что когда вместо работы начинается политиканство, игра в политику там, и так далее, мы по большому счету, вот я не люблю, когда меня политиком называют, мы люди хозяйственные, хозяйственники, потому что люди к нам идут, не спрашивают там, как бы нам улучшить политику, Михаил Георгиевич, или еще что-то. Люди говорят, вот конкретно здесь надо поставить детскую площадку, здесь спортивную, здесь отремонтировать дом, здесь отремонтировать дорогу и так далее, и так далее. Или спортивный корт. Вот это да, этим надо заниматься.
И, конечно же, надо с плотной консолидацией со всеми органами власти. Прежде всего, с городской администрацией, с мэром, надо работать в хорошем тандеме. Вот. А если какой-то раздрай, то это к хорошему не приведет. Михаил Георгиевич, а какие наказы от избирателей вам поступали во время предвыборной кампании? Что-то удавалось решить во время уже? Ну, кое-что удавалось, учитывая то, что я все-таки действующий депутат, и мне знакомо, как бы, то, что чем я занимаюсь, и чем мы вместе с жителями, какие вопросы мы ставили. И что-то мы продолжали, что-то мы делали, какие-то планы мы завершали вместе с жителями. В частности, по комфортной городской среде, по федеральной городской программе, мы вот в юбилейном очень много сделали. Юбилейный 45, юбилейный 43. Приезжайте, посмотрите, какую красоту там навели. Там жители очень и очень довольны. Поэтому, конечно же, что-то удалось сделать, а что-то мы запланировали. И я очень доволен, что даже люди приходили после выборов с грамотами такими. Знаете, очень приятно было, что спасибо депутату, что сделал то-то, значит, и впредь будем вместе с вами работать. Ну, это дорогого стоит, потому что работаю уже давно, казалось бы, могли бы сказать, ну, хватит уже. Нет, люди обращаются, и вместе работаем. Если совместно со всеми, вот я сторонник консолидированного, дружного такого подхода к работе. И с властью, и с народом. И прежде всего депутаты должны знать в лицо. Знаете, такой был фильм и книжка со смешным названием «Их знали в лицо». Вот депутатов должны знать в лицо. Это прямо вот заголовок статьи какой-то. Но вас, я думаю, ваши избиратели знают лицо. Да, я живу в округе и работаю в округе. Я напоминаю, что с нами был Михаил Георгиевич Корнев. Мы уже должны его отпустить, потому что заседание, я думаю, продолжается. Надо работать, и мы продолжаем следить за развитием событий. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, мы послушали сейчас еще одного депутата, он возвращается в зал, а уже началось подсчет голосов, и буквально, я думаю, совсем скоро мы узнаем, мы уже сделали ставки с вами, поэтому тут остается уже проверить, собственно, удачу. А я, знаете, еще хотела вот вернуться вот к этой теме, что, собственно, по сити-менеджеру сейчас везде трубят о том, что любой желающий может выдвинуть свою кандидатуру. Это действительно так или... Любой желающий, соответствующий критериям, которые... Так, а критерии же непонятны. Вот как раз Дума и должна отработать эти критерии, озвучить. Ну, вот... А какие могут быть критерии? Ну, например. То есть вот если Дума хочет ограничить, то есть кандидатов, то есть чтобы не все желающие, а только как это слишком обширно, наверное. Да. Она может, предположим, такой критерий предложить, что в конкурсе может принять участие человек, который возглавлял городское самоуправление территории муниципальным образованием не меньше там 300 тысяч человек. Ну, то есть ограничить вроде как в опыт. Все, 300 тысяч человек, а у нас таких человека всего 3. Да, кто там? Борис Александрович Говорин, который возглавлял, да? Якубовский, Кондрашов и Бердников. Все, вот тебе и все, как бы, весь спектр. Может, какие-то другие ограничения, например, к этому ограничению еще предложить, а чтобы он имел юридическое образование. Тогда выпадает еще несколько человек. То есть, фактически, вот этот закон, я и говорю, что он это просто реплика. То есть, на самом деле, это не закон. Потому что закон, вот, например, мы смотрим Республику Крым. Там вот эти критерии все прописаны в республиканском законе подробно, чтобы он имел какой-то опыт, образование, где он проживает, значит, какие другие критерии у него должны быть. Ну, условно говоря, чтобы он был несудим там, да, и прочие вещи. Ну, то есть все прописано настолько досконально, что даже... Конечно. Тогда в таком случае это работающая норма. А сегодня этой нормы работающей нет. Поэтому мое-то убеждение, что вот тот закон, который мы приняли, он должен действовать только со следующего созыва, а не с этого созыва. Да, можно его отсрочить, ну что-то такое вот? Ну, я думаю, что полгода еще есть. То есть до марта. Вот кроме этих полугода, как бы никак, да, уже нет, дальше. Почему? Я еще раз говорю, что закон может быть изменен, может быть принят другой закон, это право законодательного собрания. Значит, ну, насколько этим правом будет пользоваться, я еще раз просто повторю, что у нас в России-то нет прямых выборов, то есть нигде. То есть фактически у нас только вот Ленинград, Москва, Новосибирск, вот 3, ну 4, там 5 городов из 83. Да, коллеги, вот сейчас итоговый протокол, результаты, видимо, да, выборов подписывают. Я не знаю, режиссер, может, хочет показать это в прямом эфире, нет?
Да, нет, мы общаемся дальше, мы, видимо, как раз-таки... Мне кажется, вопрос... На самом интересном. О критериях очень сложный. Почему? Конечно. Потому что здесь сразу можно ведь и допустить такие действия, которые будут восприниматься как дискриминация. Конечно. На каком основании вы делаете вот такие ограничения? Ну, например, ограничиваете кого-то, чтобы вот... Конечно. Представить свою кандидатуру. На то они и критерии соответствующие. Так я о чем и говорю, что помимо того, что сам по себе он... нежелательный закон, да, он конечно, еще и на самом конечно, деле конечно, содержит конечно, столько вот внутренних конечно, противоречий. Вот, ну, а можно конечном... сказать, что все рыжие не да, попадают. Да, в конечном итоге можно ведь сделать так, сформировать под себе комиссию да, и выбрать конечно. Критерии тоже под себя. Спрашивается, а почему рыжие? А потому что они хитрые. Как вот, скажем, гранты какие-то, вот, участие в конкурсах, они иной раз так пишутся, что никто, кроме москвичей, не может туда попасть. Ну, в этом тогда, мы мастера, вот тут смысла, мы достигли да, совершенства. Да, и смысла тогда нет. Конечно. Вот. В этом и есть порочность этого закона. Да. Да, в тех же самых научных конкурсах, да. А ты представь свои книги тогда, а зачем тебе вообще тогда деньги, если ты уже все написал? Да? Да. Но ведь это же я не утрирую, оно так это и факт. Есть. И здесь то же самое может Больше быть. Больше того, опасность этого закона состоит в том, что очень серьезное влияние на его исполнение играет отдельная личность. Например, губернатор. Конечно. Вот сегодня мы пишем закон один губернатор, да? А завтра, приходит другой губернатор. Мы что, закон будем менять? Или еще что-то будем делать? То есть вот этого делать нельзя. Я и говорю, вот эта субъективность и зависимость от каких-то отдельных личностей, от качеств личности, значит, это очень опасно. Все, мне режиссер говорит, что мы срочно выходим в зал заседания и смотрим. Здорово, смотрим. Протокол номер 2. Заседание счетной комиссии для проведения процедуры тайного голосования по вопросу об избрании председателя Думы города Иркутска 7-го созыва. Город Иркутск, Ленина 14, кабинет 68, 27 сентября 2019 года. Присутствовали члены счетной комиссии: Юдин Сергей Леонидович, Распутин Алексей Владимирович, Кузнецова Светлана Павловна. Первое. Слушали председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании председателя Думы города Иркутска 7-го созыва. Бюллетени для проведения процедуры тайного голосования по вопросу об избрании председателя Думы города Иркутска 7-го созыва были изготовлены под контролем счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением городской думы от 27 сентября 2019 года за номером 207-20-01-301-9. В форме, в количестве, соответствующему числу избранных депутатов городской думы 34. На первом заседании думы города Иркутска присутствовало 34 депутата. Бюллетени для тайного голосования были выданы депутатам думы счетной комиссии в соответствии со списком избранных депутатов думы в количестве 34. Невыданных бюллетеней 1. При вскрытии избирательного ящика обнаружено 34 бюллетеней. Признано недействительными 0 бюллетеней, в том числе неустановленной формы 0 бюллетеней. Результаты тайного голосования. За избрание кандидата Ружникова Дмитрия Олеговича на должность председателя Думы города Иркутска 7-го созыва количество голосов 22. За избрание кандидата Стикачева Евгения Юрьевича на должность председателя Думы города Иркутска 7-го созыва количество голосов 12. Решили: в результате тайного голосования Дума города Иркутска приняла решение избрать на должность председателя Думы города Иркутска 7-го созыва Ружникова Дмитрия Олеговича. Подписи секретаря счетной комиссии Кузнецовой, председателя счетной комиссии Юдина, члена счетной комиссии Распутина. Спасибо, Сергей Леонидович. Счетная комиссия, присаживайтесь. В соответствии со статьей 46 регламента Думы города Иркутска результаты тайного голосования с использованием бюллетеней для тайного голосования утверждаются решением Думы города Иркутска, принимаемым без голосования. По результатам тайного голосования
Ружников Дмитрий Олегович назначается на должность председателя Думы города Иркутска 7-го созыва. В соответствии со статьей 30 Устава и статьей 7 Регламента Думы города Иркутска необходимо установить порядок замещения должности председателя Думы города Иркутска 7-го созыва. При этом с учетом избранного, мнения избранного председателя Думы города Иркутска. Дмитрий Олегович, Максим Юрьевич, Дмитрий Олегович, ваше предложение по замещению должности председателя Думы на постоянной либо на непостоянной основе? Могу ли я на следующей Думе этот вопрос решить? Или именно сейчас я должен ответить? Ну, вообще, избираем сейчас. Давайте ставим ту структуру, которая была на текущий момент. На постоянной основе. Иные предложения есть от депутатов? Нет таковых. Ставлю данное решение на голосование. Кто за то, чтобы установить, что полномочия депутата Думы города Иркутска 7-го созыва Ружникова Дмитрия Олеговича по должности председателя Думы города Иркутска 7-го созыва осуществляются на постоянной основе, прошу голосовать. Кто за? Читаем аппарат. Опустите руки. Против, воздержавшихся нет. Решение принято. Дмитрий Олегович, ваши полномочия осуществляются на постоянной основе. В соответствии со статьей 25 Регламента Думы города Иркутска, дальнейшее ведение передается избранному председателю Думы города Иркутска. Спасибо. Благодарен оппонентам, они все достойны эту должность, и еще больше благодарен всем тем, кто выбрал меня, нашим жителям, ну, особенно представителям жителей, это вот депутатам всем. Безусловно, понимаю всю ответственность, с которой придется столкнуться и с которой буду работать перед вами, в первую очередь, перед своими коллегами, перед администрацией всех уровней, перед законодательным собранием, губернатором, мэром города Иркутска. Ну и, конечно, перед жителями. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с каждым из вас. Мы знакомы или тем или иным способом познакомимся в ближайшее время и выработаем вместе повестку и ту структуру, которая будет оптимальна для Думы 7-го созыва города Иркутска, и начнем работать. У нас с вами по повестке сейчас предполагается перерыв. Перерыв предполагается 15 минут. Я понимаю, что голосование было, ну, в таком достаточно неплотном режиме, многие уже отдохнули. Предлагаю проголосовать, перерыв оставлять или все-таки выйти. Ну, давайте проголосуем. Итак, голосуем, продолжим. Голосуем за то, кто хочет продолжить работу без перерыва. Голосуем. Кто против? Толя Николаевна, еще раз громко скажите результаты, пожалуйста. 17 за, 12 против, но нужно больше половины для принятия решений. Поэтому перерыв 15 минут. Андрей Николаевич, пожалуйста, Лобыгин. По вопросам процессуальным большинство от присутствующих. Посчитайте, сколько присутствующих от этого большинства.
Ну что ж, сейчас мы в прямом эфире стали все с вами свидетелями такого достаточно неожиданного, наверное, события. Избран новый председатель Думы города Иркутска, им стал Дмитрий Ружников. Хотя вот гости мои в студии ставили на Евгения Стекачева, ну вот я ошиблись. Я сказал, что, возможно, никто не будет избран. Да, ну вот, ну, да, все равно что, это... ну действительно неожиданно для конечно, вас? Конечно, неожиданно. Ну, должен сказать, что результаты голосования показывают, что партийный принцип там не работает. Ну да, то есть 14 получается... депутатов от «Единой России», которые не проголосовали, то есть часть из них не проголосовала за своего кандидата, хотя они поддерживали эту кандидатуру на конференции «Единой России». Да, вот которая как раз... Да, с другой стороны, кандидаты от КПРФ, от партии КПРФ, тот же самый Куренев Юрий Демидович, призывал голосовать за Стекачева, да, а подавляющее большинство проголосовало за Дмитрия Олеговича. И причем с подавляющим превосходством, 22 человека, это очень серьезный задел. Это вот 12. Да, и на мой взгляд, это дает Дмитрию Олеговичу карт-бланш в решении определенных вопросов, то есть, ну, в том числе кадровых вопросов. Здесь ему надо этим карт-бланшем распоряжиться, правильно. Mm-hmm. То есть он, на мой взгляд, он абсолютно правильно сделал, что объявил перерыв для консультаций. Сейчас надо с основными политическими... То есть он сказал, что его задача наладить взаимодействие между депутатами, между фракциями, между группами влияния там, и так далее. Пускай он собирает сейчас в кабинете председателя Думы этот состав, определяется, кого будем двигать, кого будем избирать и так далее, для того, чтобы учесть все интересы. Но от этого зависит дальнейшая работоспособность Думы. То есть это очень важно. Как у кого шансы с замом, например, стать? Сейчас уже, вот теперь уже с этим председателем. Ну, надо здесь смотреть. Я думаю, что там должны быть представлены разные силы в Думе. В том числе, там у него один должен быть зам, насколько я понимаю, и председатели комитетов. По председателям комитетов наибольшая, то есть потому что он работает на освобожденной основе, заместитель у него на освобожденной основе, все работают остальные на неосвобожденной основе. В зависимости от того, как вот это расстановить, то есть надо выяснить, кто на что претендует, во-первых, да, какие нет, силы, конечно. Да. Сейчас, во-вторых, со всеми выяснить. Переговорить, да, изучить этот вопрос. Я думаю, что 15 минут тут не хватит, надо полчаса как минимум сделать. Избрать заместителя председателя Думы, возможно, это будет его оппонент, кто-то там, предположим, Матвейчук, Стекачев или еще кто-то, да. А Стекачев может согласиться на эту должность? Я думаю, что может, а почему нет? То есть, ну, если он... собирается работать в команде, собирается работать на благо города, ну, на освобожденной основе он работал, ну и пускай работает. Угу. То есть никто его не ограничит, работы хватит всем. Но вы поверьте мне, да, что если там честно и добросовестно работать, то можно работать круглосуточно. Угу. Да. Владимир Викторович, а ваше мнение вот сейчас уже с новой честно кандидатурой? Говоря, я не могу ничего. Я в трансе. Я не могу сказать ничего определенного, потому что на мой взгляд, все-таки, чтобы была устойчивость у любой организации, необходимо, чтобы за человеком было хотя бы определенное большинство, которое обладало ответственностью. Вот когда мы говорим о партийных кандидатурах, могут быть всякие упреки к той и другой партии, но, на мой взгляд, должна быть, естественно, партийная дисциплина, угу. Должна быть ответственность. И когда Дума голосует таким образом, то мы еще раз убеждаемся в том, что партийная принадлежность является для большинства депутатов абсолютной фикцией. Формальностью. Да. Коллеги, на этом я вас вынуждена прервать. Мы сейчас услышим нового председателя Думы Иркутска в прямом эфире. Он у нас... Так, в прямом эфире он у нас хотел появиться, но не появился. Так, ладно, тогда, Владимир Викторович, я вас перебила. Давайте тогда продолжим. Сейчас у нас связь восстановится, и мы услышим... Дмитрия Ружникова. То есть, понимаете, мы все время находимся в состоянии не то что турбулентности, но какой-то неопределенности, которая просто, ага. Просто так, мешает работать. Еще раз извините. Так, все, давайте слушаем нового спикера. В заседании Думы объявлен перерыв. Стали известны результаты тайного голосования. И новый председатель, точнее председатель вновь избранной городской думы, это Ружников Дмитрий Олегович. Дмитрий Олегович, поздравляем вас с избранием. Ваши, скажем так, первые впечатления, волнения, может быть, какое-то? Ну, я уже говорил, что, безусловно, оппоненты были очень сильные, и я к ним с уважением ко всем отношусь. И Виталий Николаевич снялся зря, я считаю.
Но, тем не менее, коллеги доверили эту честь мне, я им очень благодарен за это. 5 лет мы уже проработали вместе с частью депутатов. В общем, намечены определенные моменты, куда нужно двигаться. Безусловно, основная роль председателя – это все-таки вот скоординировать Думу, создать некую рабочую атмосферу между Думой и администрацией, между Думой и администрацией более высоких уровней, ну и внутри себя. Это в первую очередь, а дальше мы уже будем смотреть, какие насущие вопросы нужно отмечать, нужно рассматривать, разрабатывать, и будем двигаться по ним. Они, в общем, всем известны, и, в общем-то, из года в год повторяются практически всегда, но надеюсь, что у меня получится создать тот работающий орган, да, Думу, который вот будет устраивать всех, и в том числе себя. Дмитрий Олегович, ну вот сейчас все говорят, что состав Думы такой непростой, она получилась такой по-настоящему многопартийной. А как будете выстраивать работу внутри? Вы знаете, я думаю, что на уровне муниципалитетов все-таки партийность, она здесь вторичную роль играет, нежели человеческий фактор, личность каждого депутата. Нас не так много, 34 человека, в следующем году появится 35-й. Поэтому я думаю, что здесь нужно выстраивать только на личных качествах каждого, желании каждого, а дальше уже смотреть партийную повестку. Безусловно, будут созданы фракции, депутатские объединения, мы будем к ним прислушиваться и будем работать со всеми. Но все-таки на первом месте здесь у нас в Думе все-таки стоит человек, и его позиция, его отношение к людям, к населению, которого вы избрали, а потом уже вторично партия. Вы упомянули о том, что намечены какие-то для себя цели. Можете немножечко их приоткрыть? На что все-таки будете в первую очередь обращать внимание? Нам нужно, во-первых, как вы правильно сказали, половина Думы вновь избрана. Нужно наладить отношения внутри себя, понять, распределить роли, понять, кто за что в большей степени будет отвечать, кто в меньшей степени. Дальше следующий шаг – это работа с администрацией. Ну, у нас меняется в области система выбора мэра, поэтому здесь вообще большая работа предстоит. И, в принципе, понимание, как дальше по ней работать. Ну, третьим шагом это областное правительство, областная структура, потому что очень много вопросов, которые все-таки спускаются с области, да, с уровня субъекта. И у меня есть ряд предложений, которые я хотел бы там озвучить с помощью администрации, с помощью коллег, фракций, и завести в город, в город Иркутск конкретно, какие-то более радикальные, наверное, предложения по бюджетированию и по вообще, в принципе, по источнику средств финансирования. Но это уже третий шаг, поэтому надо сначала здесь у себя навести порядок, понять, во-первых, каждый депутат должен разобраться с тем, что он обещал гражданам и жителям города Иркутска, которые его избирали. Это надо с каждым проговорить, понять, сделать график этих работ, а дальше уже смотреть на более такие целые глобальные вещи. Вы такой интересный момент сказали про радикальные какие-то решения. Раскройте завесу тайны небольшую. Знаете, я намерен обратиться, в законодательное собрание Иркутской области с вопросом о том, что, например, финансирование сегодня, все деньги, которые поступают по штрафам от неправильной парковки в муниципалитетах, уходят в областную казну и распределяются областью. На мой взгляд, было бы правильнее эти деньги определять в тот муниципалитет, где совершено это административное правонарушение, чтобы этот муниципалитет на эти деньги, в общем, делал то благоустройство, которое не позволяло бы этого делать. Как-то логично. Но сегодня это не так. И ряд таких есть вопросов, по которым можно двигаться в этом направлении. То есть я думаю, что, конечно, площадка Думы города Иркутска это не позволит просто сходу заходить, да, и о чем-то говорить. Но конструктивный диалог, я думаю, с Сергеем Михайловичем Соколом, с законодательным собранием, с администрацией области, он будет. И я приложу все усилия для того, чтобы там депутатов наших услышали, и фракции, и всех, голос каждого, да, как говорится. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что новый председатель городской думы – это Ружников Дмитрий Олегович. А я же передаю слово студии. Яна. Да, спасибо, Ирина. Услышали мы все, что хочет сделать, какие первые шаги собирается предпринять
председатель Думы Дмитрий Ружников. Ну, а я еще раз представлю сегодняшних гостей в студии. Это депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов и политолог Владимир Буханцов. Спасибо, что сегодня помогали нам разобраться вот в этих, как я вначале сказала, политических хитросплетениях. И я даю вам буквально по нескольку фраз одному и другому, вот чтобы расставить еще небольшие такие акцентики. Во-первых, я должен поздравить Дмитрия Олеговича с избранием, сказать, что как депутат Законодательного собрания, избранный от Иркутска, буду всячески помогать в работе Думы. То есть, и он может положиться на поддержку депутатов от города Иркутска. Отлично. Владимир Викторович. Мое главное пожелание все-таки, чтобы депутаты вернулись к законодательной инициативе и пролоббировали решение о возвращении прямых выборов мэра на территории Иркутской области. Вот тогда действительно, наверное, можно будет давать оценку действиям этой Думы. Ну и Антон Васильевич, собственно, вас тоже в этом да, всем поддерживает. Конечно, абсолютно. Да. Спасибо вам огромное, что сегодня пришли к нам в студию, уделили время. Ну, а я напомню нашим телезрителям, что мы в прямом эфире почти 3 часа транслировали заседание, первое заседание городской думы Иркутска 7-го созыва. Выбрали председателя, и на этом мы с вами прощаемся. До встречи в эфире, до свидания.